Здравствуйте. В эфире украинского независимого блога новая серия «Брошу». Ник и имя президента ЦИ под названием «Люблю компьютерные игры». И это первый выпуск. И сегодня поговорим об игре Crazy Drake. Поехали. Игра Crazy Drake по-русски звучит как «Бешеный свирепень». Это старенькая аркада, вышедшая в 1999 году. Нам здесь предстоит играть за мультичного героя Дрейка, который путешествует из одного мира в другой. Геймплей Crazy Drake сводится к побегушкам, прыжкам, борьбе с врагами и сбору бонусов. Сюжет игры. Все было хорошо в Лунбаре, да, Тропикс и Геймс версии. Король Дрейк и королева Дрейк прилетели на юг с праздником и оставили своего сына, принца Дрейка, чтобы охранять его царство, и особенно священное золотое яйцо, которое было его источником питания. Тем не менее, однажды ночью, когда принц играл в свою любимую видеоигру, злой доктор Фулбрейн ворвался в дворец и украл священное золотое яйцо. Именно то, что ему нужно, чтобы помочь ему создать форт из подручных взять на Лунвилле на Акрополис. Когда принц Дрейк понял, что священного золотого яйца не стало, он знал, что это работа для сумасшедшего Дрейка. Даже не его родители могли узнать его в тех красных шортах. Уровни. В игре существует 6 миров по 3 уровня в каждом. В каждом мире появляется свой набор врагов на собственную тему. В конце первого уровня вас ждет босс, который имеет отношение к миру. В конце второго уровня вы увидите лифт, подойдя к нему, вас отведут на третий уровень. Также лифты присутствуют на первом и третьем уровне первого, третьего или четвертого мира, куда вас отведут на определенное место. А в конце третьего уровня вас ждет доктор Фулбрейн, который появляется во всех мирах, победя его вы перейдете на следующий мир. Мир 1. Веселый лес, панфорист. Враги, цветок, бабочка и акула, во всех уровнях боссы, даг-хантер. Охотник за утками, первый уровень, которого можно победить, стреляя в динамит, который с каждым выстрелом будет отходить вправо и упадет на голову охотника. Последний босс это доктор Фулбрейн, который сидит на автомате и запускает мечи. Их может быть 2, 4 или 8, в зависимости от уровня сложности. Победить его можно, стреляя в его. Веселый лес расположен, где деревья и кусты в заполненном лесу. Уровень 2 расположен на водной горкой. Мир 2. Шалосный завод Factory Prolix. Враги, роботы, вертолеты, шейкер, во всех уровнях боссы. Описанный служащий первый уровень. Победить его можно, стреляя в правом верхнем углу экрана в тяжелый ящик. И приходится уворачиваться от капель огня, так как если игрок попадет под капли огня, снимается здоровье. Доктор Фулбрейн, который приводит в костюм робота и стреляет ракетами. Шалосный завод устанавливается на заводе. Она полна лотков, труп и передач. Уровень 2 устанавливается на движущихся платформах, конвейерных лент и веревок. Мир 3. Дом с привидениями, Haunted House. Враги, зомби, глазное яблоко, кактусы, летучие мыши. Открытые гробы, во всех уровнях, боссы, летающие пчелобегемот вокруг мишени. Победить ее можно, стреляя в нее. Или когда пчелобегемот идет под мишень, когда стрельнуть в мишень, то она прихлопнется на секунду. И доктор Фулбрейн, который приводит в костюм смерть с косой. Появляется он слева и справа. И следует вам уворачиваться от его ударов. Дом с привидениями находится в доме с привидениями. Отсюда и его название. Это имеет темное облачное небо, много костей. И некоторые бряди земли. Уровень 2 установлен в академии кровати, висящие подъемники. И кости. Мир 4. Жуткий Египет. И Риджи. Враги, фараоны, мумии, уровни 1 и 3, древняя птица и крокодил, все уровни, боссы, бьющиеся сердце в контейнере, уровень 1. Доктор Фулбрейн, который управляет специальным деревянным креслом, финальный босс. Жуткий Египет расположен в древнем Египте. На заднем плане можно увидеть подобие Дрейка Литой на пирамиде. Уровень 2 устанавливается на движущихся платформах, конвейерных лент и висящих подъемниках. Мир 5. Космическая научная фантастика, Sci-Fi Space. Враги, чужие призраки, уровни 1 и 3. НЛО, чужие охотники, все уровни, боссы, розоватые чужеродные глоби, уровень 1. Товарный вагон, доктор Фулбрейн находится в противоположном вагоне, последний босс.
космическая научная фантастика расположена в наружной типа пространства платформы. Существует он космических потов, а он является звездой вдали неба. Уровень 2 устанавливается на подвижных платформах и висящих подъемниках. Мир 6. Скользкая снежная земля, Слипери Сналэнд. Дроби, Кроликовый Дед Мороз, Джек в коробке, уровень 1 и 3, Кроу и Лёд, все уровни, боссы, Луис Неволик, первый уровень. Он высаживает пушку. И слева стреляет огнем, после чего посередине падают сосульки. Победить его можно, стреляя в голову Снеговика. Доктор Фаулбрейн, финальный босс, который сидит в коробке и стреляет. Скользкая снежная земля расположена в Рождестве, как земля. К услугам гостей коттеджи, снег и лед. Уровень 2 устанавливается на движущихся кексах и повесных лицах. Скрытый уровень, суперсекретный уровень. Дорогие робот, от шелостного завода, НЛО, от космической научной фантастики, Джек в коробке, от скользкой снежной земли, Шейкер, от шелостного завода, финальный босс, гигантская голова доктора Фулбрейна, которая с четырех сторон окружена пушками. Победить его можно, только если направить все пушки на голову доктора Фулбрейна. После того, как вы завершили все шесть миров, вы пришли к окончательному уровню. Этот уровень по образцу шелостного завода, с другой цветовой гаммой и врагами из предыдущих миров. Существует только один уровень в этом мире. После того, как вы завершили это, вы выиграли игру. Сообщение победы объясняет, что Дрейк уже нашел яйцо. Затем он возвращается туда, где это началось, когда он обнаруживает, что Дрейк еще раз потерял яйцо, побуждая игрока играть в игру снова. Интерфейс. Интерфейс находится вверху экрана. Слева. Очки, набранные игроком, имеют семизначное число. Оно кратное 5, с выводом нулей в начале. После числа очков есть количество жизней. И максимальное значение не превышает 20. Далее справа в верхнем углу экрана индикатор здоровья игрока в процентах. Когда индикатор здоровья игрока сводится к нулю, игрок либо начинает уровень сначала, потеряв одну жизнь, либо если он сохранил свою игру, или он дошел до флажка, то игрок может продолжить уровень, сохраняя исходное количество жизни, либо продолжить с флажка точки чекпоинта, потеряв одну жизнь. Также внизу в центре экрана присутствует таймер в секундах, когда игрока направляют на бонус уровень, уровень полным яиц, или на специальный уровень, наполненный ящичком, и в двух ящиках надо найти два одинаковых бонуса. В правом нижнем углу экрана изображен бластер. Если нажать на пробел, можно поменять бластер на супермощный, при условии, если он у вас есть, но имеет ограниченное число выстрелов. Также внизу в центре экрана есть полоса здоровья главного врага, при условии, если игрок дошел до конца уровня, до босса. Бонусы. В игре также встречается набор бонусов и яиц. Собрав 500 яиц, игроку начисляется одна жизнь. Бонусы имеют серебристый цвет, а круглые и с иконками. В игре представлены 8 видов бонусов. Бонус с числом 5000 дает 5000 очков. Бонус головой селезня и надписью 1 обдает одну жизнь. Бонус с песочными часами дает дополнительное время. Встречается только на бонус уровнях. Бонус аптечкой дает 20 очков здоровья. Бонус яйцами прикидывает вас на время на бонус уровень. Полным яиц. Бонус с коробкой. Прикидывает вас на специальный уровень, где 8 коробок, и где вам надо найти 2 одинаковых бонуса, супербластер. Делает оружие более мощным. Количество выстрелов ограничено, смарт-бомба. Дает вам одну бомбу. Бомбой можно убить всех врагов, которые изображены на экране, или также можно победить босса. Интересные факты. В мире веселый лес на первом и третьем уровне можно полетать на шариках. В третьем уровне мира веселый лес существует глюк. На платформе босса, если упасть в ванну с акулой, а затем если акула выплюнет, то автоматически прикидывают игрока на первый уровень второго мира, мир шалосный завод. В первом и третьем уровне мира дом с привидениями можно увидеть часы, где есть надпись 3.21 и телевизор, выдающий помехи. В первом уровне мира жуткий Египет, босс, контейнер, бьющимся сердце, плевная пол, у игрока снимается здоровье 5-10-20% в зависимости от уровня сложности. В первом уровне мира космическая. Научная фантастика, за босса можно увидеть лист, ведущий на следующий уровень. Попасть туда можно только, если использовать читы и включить бессмертие.
данные взяты из сайта «Первый источник». https://www.crazyrake.com/crazyrake скачет бесплатно коды прохождения и обзор игры «Второй источник». https://wiki.crazyrake.wikipedia.encyclopedia перевод с английского на русский язык. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-85-23. Или заходите на сайт qib.ue. Увидимся в следующей презентации. Здравствуйте! В эфире украинского независимого блога второй выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». И сегодня поговорим об игре «Prehistoric». Поехали! «Prehistoric» представляет собой платформенную игру, разработанной компанией Titus Interactive для Amiga. Это REST, Amstrad CPC-IOS. Titus Interactive также опубликовал и выпустил игру в 1991 году. Игробельный персонаж является неандерталец, вооруженный дубинкой. В поисках пищи неандерталец должен ударить динозавров и других животных, которые приходят на его пути. Некоторые враждебные существа не могут быть убиты, поэтому игрок должен уклоняться от них. Босс появляется в каждом четном уровне, а это на втором, четвертом и шестом. В игре 7 уровней. Prehistoric получил рейтинг 85% от Amiga в августе 1991 года, с обзором заявив, что после игры Prehistoric в течение нескольких минут я не был разочарован. Графика, звук и геймплей просто отличные. Моя единственная жалоба, что элемент головоломки может иметь немного дальше. Обязательный для любой платформы или аркады вентилятора. Продолжение называется Prehistoric 2 была выпущена для DOS и Amstrad CPC. Сиквел также портирован на многочисленных систем Nintendo и имел заражаемое название для Nintendo DSi в Северной Америке 15 февраля 2010 года. В 2013 году Enumen Interactive запускает ремейк игры, адаптированные для iPhone, iPad и другие Android. Данные взяты из сайта http://wiki.prehistoric.wikipedia.encyclopedia. Перевод с английского. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-85-23. Или заходите на сайт qib.ue. Увидимся в следующей презентации. Здравствуйте! В эфире украинского независимого блога третий выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». И сегодня поговорим об игре Prehistoric 2. Поехали!
Prehistorian 2 компьютерная игра компании Titus Interactive, продолжение двухмерного платформера Prehistoric. Поступила в продажу в 1993 году в версиях для Amstrad CPC-MOS. Геймплей. Цель игры – проходить уровни, попутно собирая еду на ужин и бонусы, самым крупным из которых является холодильник. Как и в первой части, главным героем аркады является одетый в звериную шкуру доисторический человек, который в поисках пропитания преодолевает возникающие на его пути препятствия посредством ловкости огромной дубины. Игра изобилует секретами. Первобытный человек обязан быть любопытным настолько, чтобы стучать дубинкой по всем кустам и выделяющимся камням, а в некоторых местах даже кататься на спинах у быстронесущихся стрекоз, причем совершая на ходу пересадки. Некоторые из секретов находятся высоко в небе. Интересные факты. При запуске после некоторой даты выводится сообщение «Yeah, my brain is still working in yeah». Program 1992 net 286.12 MHz. Enjoy all this, Angle of War. Моя игра все еще работает в таком-то году. Игра написана в 1992 году на компьютере 286.12 MHz. Наслаждайтесь классикой. Источник. https://ru/wikipedia.org Wikiprehistorian 2 Prehistorian 2 Wikipedia 22 апреля 2014 года. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-8523. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации. Здравствуйте! В эфире украинского независимого блога четвертый выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». И сегодня поговорим об игре Jungle Credit. Поехали! Просматривать свои старые тетрадки с рисунками – это совершенно удивительное занятие. Бережно перелистываешь ставшие тонкими и хрупкими страницы, снисходительно улыбаешься наивным ошибкам, а порой ощущаешь засахарившуюся, настоящуюся гордость. Нечто подобное, вероятно, испытывает Клим Ближинский, выпуская игру Jungle Credit. Приключения зеленого космического кролика Джаза начались задолго до легендарного крушения тюремного корабля на планете Напали. И, хотя они не имели такого влияния на историю видеоигры и умы игроков, тем не менее понятны и заслуживают внимательного рассмотрения и непосредственного участия. Многие временшие панели в начале 90-х платформеры обошли персональные компьютеры стороной. Ни Марио, ни Соник не удостоили своим вниманием PC. Компенсировать эту вопиющую несправедливость взялись молодые и горячие ребята, объединившиеся под вывеской Epic Maverings. Jungle Credit унаследовал от итальянского водопроводчика ненависть к черепахам, владей Девон Пантис, следуя старой черепашьей традиции, умыкнул у героя даму сердца, Еву Длинноу, а от символежа ему досталась страсть к скорости. Вооруженный и очень опасный Джаз начинает джихад во спасении родной планеты Морковкус и красавицы Евы. Клиффу Ближински поручили дизайн игры. И если графику Jungle Credit можно назвать разве что милой и красочной, то дизайн уровней получился выдающимся. Многочисленные секреты и бонусы, включая трехмерные бонусные уровни, предмет особой гордости создателей, не менее многочисленные враги, чередование бешеного бега и стрельбы, сама динамика движения, все это захватывает сердце в клещи и заставляет просиживать ночи за, казалось бы, бесхитростной аркадой.
98 году клипа будут носить на руках. Расхваливая Unreal, Nomad в 93-м он демонстрировал хватку и недюжинный талант. Игра стала тогда и остается по сей день хитом. Клип Ближинский и Epic Mavericks ухватили самую суть двухмерных платформеров, тонкую и неподающуюся логическому анализу ткань геймплея. Just the Crabbit похож на удавшийся рисунок в детской тетрадке, наивно, беззаботно и цеплеюще искренно. Игра. Основной сюжетной линией игры является конфликт черепах и кроликов, длящийся уже на протяжении 3000 лет со времен событий, описанных Эдопом в басне «Черепаха и Заяц». Печально известный лидер черепах-террористов Девон Шелл, Ангел, Девон Шелл похитил крольчиху Еву Линоу, Ангел, и Вейлунг, являющуюся принцессой планеты Кротус, и наводнил галактику своими приспешниками. Кролик Джаб-Джекрэббит путешествует по различным планетам в поисках своей оси Евы и Арлонг, попутно спасая галактику, сводя на нет планы злодея Девон Шелла по уничтожению галактических кроликов, Ангел, Галактик Рэббит. Данные пятый сайта. Первый источник. HTTP World Wide Web, All Games, RuGame 1138. HTML JavaScript, 1993 OS. Ссылки, описание, обзоры, скриншоты, видеоролики на All Games, RuEveno. Второй источник. HTTPS RU, Wikipedia, Port Wiki JavaScript, JavaScript, Wikipedia от 15 июля 2013 года. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-85-23. Или заходите на сайт qib.fue. Увидимся в следующей презентации. Здравствуйте! В эфире украинского независимого блога пятый выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». И сегодня поговорим об игре «Мафия» The City of Lost Heaven. Поехали! «Мафия» уже давно вышла и покорила сердце многих геймеров мира. Мало того, вышло уже продолжение первой части и сейчас идет разговор о третьей серии. Но несмотря на это все, первая часть до сих пор нравится многим и сейчас в нее многие играют. «Мафия» внесла огромный вклад в развитие игровой индустрии, за что ей большое спасибо. «Мафия» – The City of Lost Heaven – живая классика. Обзор «Мафия» – The City of Lost Heaven 00, думаю, сойдет для вступления. Теперь подробный обзор со скриншотиками. Приятного просмотра! Сюжет игры расскажет вам об Америке периода 30-40-х годов Америки 20 века, во времена Великой Депрессии. То есть обычное время действия для игры фильмов про мафию. Главный герой Томми Анджело, обыкновенный таксист, который спокойно переживает дни Великой Депрессии. Зарабатывает немного и немало, но на жизнь одним словом хватает. Спокойная жизнь прекращается в обычный вечер после длинного дня работы. Он встречает гангстеров, которые скрываются от погони врагов. Угрожая Томми пистолетом, они приказывают ему сбросить хвост от другой семьи, на что герой не отказался. Затем, после того как он привез их к Дону Сальери, они дают ему денег, от которых у него чуть инфаркта не было, и предлагаю, если что, обращаться. Люди Дона Морелла, которые гнались за гангстерами, вскоре нападают на Анджело, и ему ничего не остается, кроме как вступить в мафию. Иначе Томми просто труп. Главный герой нормально вошел в работу и даже прижился. Но вскоре все оказалось не так сладко, как он думал. Ему надо убивать знакомых ему людей.
Сначала одного из людей Сальери Паску и друзей его жены. Но Томми не может такого сделать и всех отпускает. Если кто-нибудь по какой бы то ни было причине выдает имена членов организации, то он может быть убит кем угодно и когда угодно, месть распространяется не только на него, но и на всю его семью. Из кодекса чести мафии. Сюжет «Мафия» The City of Lost Heaven – одна из самых главных ее составляющих. Поэтому спойлерить дальше я просто не имею права. Хотя и так тут много спойлеров. Ай, ладно. Едем дальше. Город, в котором все происходит, называется Lost Heaven. Он действительно огромен. Он затягивает в себя. Например, всех вечерком немного поиграть, выйдите вы оттуда, дай бог, через 6-7 часов, да-да. Как говорит сам Вавра, если бы мы начали делать еще один такой, то точно сошли бы с ума. Да, город немалый, но бестолковый. В нем нечего делать. Если захотите отдохнуть после трудового дня, то поехать вы сможете только домой. Но если вы вдруг захотели отдохнуть, значит вам прямая дорога во Фрирет. Специальный режим игры, то бишь. Поначалу вроде бы интересно, но вскоре он надоедает. В нем вам предлагают убивать гангстеров в черных плащах, за это вам дают деньги, на которые вы можете сохранять игру. Также покупать оружие, ремонтировать машины, лечиться. Если вам и этого мало, то есть режим экстрим. Он открывается только после прохождения всей игры. В нем вы должны выполнять задания, сложные и даже очень, за которые вам дают машины новые. Покататься на них можно во фрирайде. Но больше толком и нечего делать в городе. Интересные факты из старого интервью с Дэвидом Сиником. Незадолго после выхода «Мафия» The City of Lost Heaven, чешский сайт «Мафия» Chess.net взял интервью у Дэвида Синика, разработчика графики и скриптов для первой части. «Мафия» The City of Lost Heaven, живая классика, обзор «Мафия» The City of Lost Heaven, 001. В игре планировалось сделать казино, но вскоре это замяли. Фанаты решили, что раз игра про мафию, то и казино должно быть. Примерно такие фразы или на форумах от фанатов, я нашел его, оно находится там, то я выиграл кучу денег, НО где-то и сказал оно находится. Затем разработчики решили на колоде геймеров и пустили в сеть скриншот с казино. Там был счетчик денег не в том месте. Они думали, что все поймут, что казино-то и вовсе нет. Но людей из 2K-чек очень удивило, что на следующий день появился скрин с правильным индикатором денег. Второе. Изначально планировалось делать мультиплеер, но все решили, что это несерьезно, говоря, что прежде всего мы делаем серьезную игру со сложным сюжетом. Семик сказал, это мы оставим для фанатов, пусть сами делают, если захотят. Третье. Самое сложное в разработке было довести ее до конца, но они находили в себе силы, оптимизм и продолжали работать. Полное интервью с переводом можно найти здесь. http://mafiaworld.ru/mafia-interview-75-david-semi-cam-1 html. Персонажи в игре тоже на высшем уровне. Дон Сальери – главный человек в семье. Полноватый, угрюмый, но иногда добрый. Есть там также Ральф Зайка и Мурак, но профи по машинам, Винченто – оружейник. Есть еще попутные персонажи. Например, Лука тоже профи в машинах с внешностью Квентина Тарантино. Всех и не упомнишь. Ну и главные герои Сэм Паули и, конечно же, Томми. В игре 60 моделей совершенно разных машин. А это надо признать очень много. Машины – вторая главная составляющая часть «Мафия» – The City of Lost Heaven. От древних кадриктаров, но мамонта на стильных, изящных машиночек, прямо аж крутотенюшка. Извините, не удержался. Раз есть машины, то есть и погони. О, да. Они здесь просто великолепны. Представьте, за вами гонятся копы, вы на ночной машинке от них уезжаете, сшибая столбы, заезжая на тротуары, врезаясь в пожарные краны прохожих. Ну кому такое не понравится? Придает атмосферу не только здания и архитектура в целом, но и музыка. Ведь она великолепна. На досуге можно сесть и заслушаться, уронить скупую слезу, вспомнить былые времена. Главное, что она очень точно подобрана и совпадает со всеми событиями, происходящими на экране. Она может быть веселая и грустная, шутливая и серьезная. Великолепная работа над музыкой, большое спасибо создателям.
Движок тоже великолепен. Отличная мимика, разрушаемость машин. Хороша также рушатся телефонные будки. Главное, что движок дружелюбен к компьютерам даже постарее. Иногда может висануть. Например, когда много машин, когда облики или когда много теней. В целом работает нормально. Картинка держится на все 100%. Итоги. В Mafia, The City of Lost Heaven. Идеально почти все. Музыка, движок, заставки, управление, персонажи, сюжет. Но есть одна огромная загвоздка. Роковая иронка. Это ее единственный минус, но хорошо, что вскоре разработчики выпустили патч. Еще бывают мелкие баги, которые даже смехотворны. Но все же. Мафия — великая игра. Это классика. Это крестный отец игровой индустрии. Это шедевр. Такого уже, наверное, не будет никогда. Данные взяты из сайта HTTP, World Wide Web, Gamer. Румайфия ес хивее классика обзор Мафия The City of Lost Heaven Endquot, живая классика Endquot. Обзор Мафия The City of Lost Heaven, Мафия The City of Lost Heaven. Игры, Gamer.ru, социальная сеть для геймеров Мафиоза Вот. 6 февраля 2011 года. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-8523. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации. Здравствуйте! В эфире украинского независимого блога 6-й выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». И сегодня поговорим об игре Dead World. Поехали! Dead World – классический аркадный эксклюзив PC-VOS. Очередной космический корабль попадает в метеоритный поток и терпит крушение на одном из его астероидов. К счастью для единственного выжившего кусок камня, на который он приземлился, когда-то явно был частью чего-то большего. Исследуя астероид, капитан Васком Вейк натыкается на руины города некой древней цивилизации, использовавшей куда более продвинутые технологии. В поисках образцов этой технологии, способных помочь ему добраться до дома, Вас путешествует по поверхности астероида, разбираясь с заселившими его непонятными, но явно агрессивными формами жизни. В этом нелегком деле ему помогает лишь старая добрая бластерная пушка да редкие кристаллы, которые могут быть использованы для временного усиления орудия. Вместе с неплохой графической оболочкой и при поддержке традиционно динамичного геймплея занимательная история о приключениях неунывающего база Клондайка способна и сегодня сперва увлечь, а после удержать геймера на удивительно долгий срок. Данные взяты из сайта http://goldis. Ru Games 4049 старые игры, коллекция игр, DOS, Dead World Mills от 3 июня 2014 года. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-8523. Или заходите на сайт uib.ue. До встречи в следующей презентации.
Здравствуйте. В эфире канала УМВ 7 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации «Мания Бибиуэр». Поехали. Бибиуэры стали самым быстрорастущим сегментом мировой индустрии развлечений. Вероятно, ни одна отрасль экономики за столь короткий срок не пережила столь много потрясений и технических революций. Ныне бибиуэры не просто доказали свое право на существование, они начали экспансию в иные сферы жизни и стали важнейшей частью массовой культуры. Американский исследователь Джесси Хортс, вероятно, первым обратил внимание на феномен бибиуэр. В 1997 году он опубликовал книгу «Нация джойстика. Как бибиуэры отбирают наши деньги, завоевывают наши сердца и изменяют наши мозги. Joystick Nation. How bibiuwers say our words, ban our hearts, and rewire our minds», который попытался проанализировать, что несет обществу тотальное увлечение играми. Хертс пришел к выводу, что джин бибиуэр только выпущен из бутылки. Никто не знает, как он будет действовать и каким результатом приведет этот процесс. За прошедшие годы понятно стало лишь, что бибиуэры становятся все более и более популярными, а опасения об их негативном влиянии не уменьшаются. По оценкам Международной ассоциации разработчиков игр, по данным маркетинговой фирмы NPD Group, в 2004 году в США объемы продаж бибиуэр составили $5.2 миллиарда. Всего было продано 160 миллионов 700 тысяч копий, что заметно больше результатов 2003 года. 4,9 миллиарда долларов и 149 миллионов копий. Объем рынка бибиуэр почти в 5 раз больше, чем объем рынка игровых программ для персональных компьютеров, 1 миллиард 100 миллионов долларов и 45 миллионов копий. При этом компьютерные игры постепенно утрачивают популярность. Год назад этот показатель равнялся 1 миллиард 200 миллионов 52 миллиона 700 тысяч копий. В 2004 году среднестатистический американец потратил на бибиуэры 75 часов, больше, чем на просмотр кинофильмов. При этом бибиуэры – удел отнюдь не только детей и подростков. Среднестатистическому американскому миллионеру 30 лет, его игровой опыт превышает 95 лет. Среднестатистическому покупателю бибиуэр 37 лет. 19% американцев, перешагнувших 50-летний рубеж, играли в бибиуэр 9% в 1999 году. По данным Ассоциации производителей развлекательного программного обеспечения Entertainment Software Association, в 2005 году совершеннолетними являлись 84% покупателей бибиуэр и 62% пользователей видеоприставок. Бибиуэр играют 75% глав американских семейств и 100% студентов колледжей и университетов. NPD Group пришла к выводу, что любовь к играм не является помехой для иных видов деятельности. Среднестатистический геймер тратит на это занятие 6-8 часов в неделю, 23-4 часа он уделяет спорту, чтению, походам в кино и театры. Проспект 93% игроков постоянно читает книги, 79% занимаются спортом, 63% ходят в театры, музеи и на концерты. Бурный рост числа любителей бибиуэр дал повод американскому исследователю Стивену Пуну Стивен Белл. Пун в 2000 году назвать происходящей эволюцией в индустрии развлечений. Пун именно так озаглавил свою книгу «Бибиуэр и эволюция в сфере развлечений. Trigger Happy Bibiuwers and the Entertainment Revolution», где провел параллели между кинематографом и видеоиграми. По его мнению, оба вида искусства, некоторые исследователи называют бибиуэр видом искусства, а студенты ряда американских университетов занимаются видеокритикой, наподобие театральной или кинокритики, развиваются сопоставимыми темпами. Однако великому мимому потребовались десятилетия, чтобы завоевать мир. Бибиуэры справились с аналогичной задачей менее чем за 10 лет. Более того, бибиуэры оказались гораздо более универсальными и многонациональными видами досуга. Для их понимания, как правило, не требуется перевод. Как известно, иностранные фильмы нуждаются в дубляже или создании титров. При этом бибиуэры и иные виды развлечений часто взаимозависимы и пересекаются. Ряд примеров этого приводит, например, Артур Бергер Уассер и Эсэй Борбер, автор исследования бибиуэры, феномен массовой культуры Video Games. Take up your culture phenomenon. Бибиуэры стали поводом для издания книг, описывающих приключения и герои. С другой стороны, книги стали базой для создания бибиуэр. К примеру,
Игра Red Storm была создана на основе одноименного романа «Красный шторм» известного писателя Тома Клэнси Том Клэнси. Обычной практикой стало, когда на экраны выходит художественный фильм, после которого появляются игры, использующие его сюжетные линии персонажей. С начала 1990-х годов начался обратный процесс. Киностудии стали заимствовать сюжеты и персонажей в видеоигр. Первой ласточкой был, вероятно, фильм «Невероятные братья Марио Супер Марио Бразерс», сюжет которого был основан на сценарии одной из популярнейших видеоигр. Впоследствии свое воплощение в кино нашли такие хитрые образы в продаж, как «Уличный боец», «Стрит Файтер», «Смертельная битва», «Mortal Kombat», «Лара Крофт», «Расхитительница гробниц», «Лара Крофт», «Тум Рейдер» и другие. Источник http://www.brutalcomputernamesmaniavideo.html/maniavideo.com. Есть вопросы? Звоните +38 097 920 85 23. Или заходите на сайт UIB.ed. Мы увидимся в следующей презентации. Здравствуйте! В эфире канала УНВ 8 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации «Batman Arkham Knight». Поехали! Проходим финальную часть о Бэтмене от Rocksteady и радуемся, что история закончилась на мажорной ноте. Rocksteady в 2009 году выпустила «Batman Arkham Asylum» и произвела фурор. Игра, от которой никто ничего не ждал, получила множество наград и признаний. Простейшая формула геймплея вдруг оказалась невероятно увлекательной, а зрелищность и серьезность происходящего добавили экшену голливудщины. После была Arkham City, которая принесла действие из психиатрической лечебницы на улице Готэма, далее просто хороший приквел Arkham Origins от других разработчиков. А теперь мы получили финал всей истории, Batman Arkham Knight. Начало у игры весьма необычное для серии. Игру делала та же студия, что и первые две части, Rocksteady. Разработчики говорили, что это будет самое масштабное Batman, и не соврали. Предоставленный нам вновь Готэм стал просто таким безразмерным, а история вышла еще более захватывающей, чем ранее. Начинается она, правда, слишком уж стандартно. Новый антагонист Пугало угрожает выпустить опасный токсин, которого для нанесения непоправимого ущерба мегаполису у него хватает аж с избытком. Мирное население в срочном порядке эвакуируют, на улице выходит шпана с битами и кастетами, а полиция теперь прячется в своем участке, трясясь от каждого шороха. Изредка на помощь приходит комиссар Гордон и другие знакомые персонажи, но основную часть времени мы проводим с противниками в неравных боях, в одиночку против человека эдак 15. Город эвакуировали, а освещение всех зданий работает, они там об энергосбережении думают. Пугалу помогает новый герой во вселенной, рыцарь Аркхэма. Персонаж получился интересным, хотя и информации о нем довольно мало. Вероятно, все дело в том, что остальные личности давно знакомы по комиксам и фильмам, а новый противник только появился. Batman Arkham Knight в плане сюжета имеет небольшое отличие от прошлых игр серии. Если, например, Джокер ставил своей целью убить Бэтмена, предварительно вымотав его, то Пугало и рыцарь Аркхэма действуют более изощренно. Их устраивает существование нашего протагониста, потому как смерть считают слишком легким путем. Злодеи хотят уничтожить имя Бэтмена, сделать его беспомощным и слабым в психическом плане. Огонь вынались зрелищными и с постоянными взрывами разошлись в габаритах, город стал малоприводным для перемещения по крышам с использованием крюка. Летать, конечно, никто не запрещает, да и это по-прежнему интересно, только времени занимает больше. Поэтому очень кстати оказалось главное нововведение Arkham Knight — Batmobile.
Машину вы наверняка будете использовать часто. Во-первых, на ней очень приятно ездить. Во-вторых, она обладает приличной огневой мощью. По нажатию кнопки Бэтмобиль трансформируется в боевой режим. Становятся доступны ракеты и пулемет. Огонь со стрельбой и взрывами здорово оживляют геймплей, хотя на него мы и раньше не жаловались. Кроме непосредственно транспортной функции авто используется при выполнении заданий то напряжение подать, то отогнуть лист шифера на крыше здания и использовать его как трамплин. Таким образом, миссии стали более разнообразными. Если раньше в большинстве случаев нам нужно было кого-то добить или спасти, то появление машины добавило еще и довольно простые головоломки. Бэтмобиль – главная находка разработчиков. И после Arkham Knight остается ли жалеть, что машины не было в Arkham City? По большому счету, автомобиль – еще один технологичный гаджет в арсенале Бэтмена, но использовать его вы будете куда чаще всего остального. Герой, несмотря на очевидные ловушки, все равно идет в западню, сам Бэтмен научился трюку под названием Fear Takedown. Это скрытное устранение нескольких противников. Герой оглушает одного врага, прикатывается к другому и наносит фатальный удар. В один прыжок оказывается на противоположном конце помещения и отправляет в нокаут третьего. Все это длится порядка 2 секунд и выглядит чертовски круто. В остальном боевая система практически не изменилась. Анимация стала лучше, движения противников более плавными, но механика прежняя, что и понятно. Она хоть и начала приедаться, но лучше пока ничего не придумали. Batman Arkham Knight поддерживает множество передовых технологий, которые раскрываются с топовыми видеокартами от Nvidia. К сожалению, большинство игроков так и не увидят всех красот проекта, но вырвать по этому поводу не стоит, все же важен сам экшен, а не объемные капли на плаще героя. С выходом Arceus случилась неприятная история. За первые несколько дней после релиза пользователи написали множество негативных отзывов об оптимизации Arkham Knight. Ситуация приняла настолько крутой оборот, что издатель Warner Bros. Убрал игру из Steam для работы над ошибками. Консольная версия полностью лишена всех проблем. Особый режим зрения вновь оказывается незаменимым в определенных ситуациях. Заключительная часть Batman вышла превосходной. Самая масштабная, разнообразная, увлекательная и длинная игра серии. Она захватывает от начала и до финала. Истории не хватает неожиданных поворотов, а боевая система о двух кнопках уже стала надоедать, но это не отменяет главного. Перед нами, вероятнее всего, лучший экшен сезона, а то и года. Источник http://www.batman-arkham-knight-observer-batman-arkham-knight-writer-sem-nezavist-articles. HTML обзор Batman Arkham Knight. Рыцарь всем на зависть, 1 июля 2015. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-8523. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации. Здравствуйте! В эфире канала УНВ 9 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации онлайн-игры, какие у них основные преимущества? Поехали! Современная игровая индустрия выпускает около сотни новых приложений каждую неделю. При этом большая часть продукции — это онлайн-игры и интерактивные программы для мобильных устройств. Сегодня мы поговорим о том, чем же онлайн-приложения лучше клиентских, и попытаемся определить их основные особенности. Как вы уже могли догадаться, просто взглянув на название, онлайн-игры требуют наличия браузера в вашей операционной системе, а также связи с интернетом. Как правило, в случае с онлайн-играми, системные требования компьютеров и других устройств в рассмотрение не берутся, так как эти приложения не слишком прожарливы. В них можно играть и на ноутбуке, и на планшете, и на смартфоне.
Что нужно для онлайн-игры? Для запуска подобного приложения необходимо лишь открыть браузер и найти подходящий сайт, где и представлены флеш-игры, а также другие приложения для запуска в онлайн-формате. Как видите, от момента запуска компьютера до начала игры проходит не более 2-3 минут. Кроме того, простые онлайн-игры не требуют от пользователя дополнительной установки и скачивания файлов. Как мы видим, первое преимущество онлайн-приложений перед клиентскими, то есть теми, которые требуют установку клиента, заключается в их доступности. Вы можете запустить знакомую или новую онлайн-игру в любом месте и в любое время, дома, в офисе, в общественном транспорте, во время обеденного перерыва, используя ноутбук, планшетный компьютер, ПК или даже мобильный телефон. Ассортимент подобных игр также весьма велик, и он не является вторым плюсом. Наравне с детскими и аркадными онлайн-играми, вы также можете бесплатно играть в Майнкрафт, элементарные шутеры, стратегии и даже симуляторы. Особое место в категориях браузерных игр занимают логические приложения и квесты. И все это в онлайн-режиме и без установки. Если вы считаете, что онлайн-приложения всегда рассчитаны на одного игрока, то вы ошибаетесь. Многие браузерные игры представлены крупными многопользовательскими проектами, где одновременно могут играть сотни или даже тысячи человек. При этом большинство браузерных игр остается бесплатным или же работает за счет добровольных пожертвований. Где можно найти онлайн-игры? Как правило, они собраны на официальных или тематических порталах, где рассортированы по категориям жанров. Одним из таких ресурсов является небезызвестный сайт Игриклэш.нет. Источник. HTTP://hitmeet.ru/archive/0m70169 онлайн-игры. Какие у них основные преимущества? Техника и интернет. Школа жизни. Ру Максим Селинский. Есть вопросы? Звоните +38 097 920 85 23. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации. Здравствуйте! В эфире канала УМВ 10 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации «Мы растим убийц» об агрессии компьютерных играх. Поехали! Культ насилия, который распространяется по всему миру с пугающей скоростью, не замечает уже только слепой. Я была потрясена, прочитав, что в такой маленькой и благополучной стране, как Норвегия, число тяжких убийств за последние 15 лет возросло в 5 раз. И это при том, что раньше данный показатель оставался неизменным почти 1000 лет. Причем преступность явно молодеет, сводки новостей пестрят сообщениями об убийствах, фигурантами которых все чаще становятся дети. Специалисты считают, что причиной такого небывалого роста тяжких преступлений, очевидно, послужил какой-то ранее не присутствовавший фактор, и они все больше склоняются к тому, что фактор этот – широкое распространение компьютерных игр. Ну вот, опять мракобесие какое-то, понимаете вы? Не торопитесь. Речь идет о смешно разбивающих, обучающих и прочих полезных играх, а исключительно об агрессивных играх-стрелках. Об этих агрессивных компьютерных играх и их влиянии на детскую психику и пойдет речь в данной статье. Однажды, когда я в качестве переводчика работала с группой разработчиков авиационных тренажеров, мне разрешили полетать на самолете. Впечатления незабываемые, настолько точно виртуальная среда воспроизводит реальность. Подобные симуляторы очень эффективны и широко используются не только при обучении летчиков, но и при подготовке военных, полицейских, спасателей и так далее. В играх-стрелках применяются те же самые технологии. Зрительные образы насилия, по мнению психологов, ребенок в состоянии воспринимать уже 1.5 года.
они проникают в мозг и непосредственно попадают в эмоциональный центр. Ребенок неизбежно начинает подражать увиденному. Психологи говорят, что естество нормального человека противится убийству. Чтобы подготовить киллера, нужно потратить на психологическую и практическую подготовку не один год. Но за компьютерными играми многие дети проводят долгие часы чуть не ежедневно. В играх стрелялках игрок должен убивать всех, кто попадает в поле его зрения, стрелять, пока не израсходует все патроны и не поразит все цели. Один выстрел. Одна жертва. До попадания в голову часто начисляются бонусы. Такая игра – прекрасная тренировка, в ходе которой у ребенка вырабатывается психологический настрой на убийство, отточиваются необходимые для совершения убийства навыки, формируются рефлексы. Рефлексы – штука серьезная. Не секрет, что японцы во время Второй мировой войны прославились исключительной жестокостью. Так вот они обучали своих солдат по методике Павлова. Новобранцам показывали жесточайшие сцены казней военнопленных и заставляли их смеяться и глумиться над убитыми. Потом для этих солдат устраивался необычно роскошный ужин со спиртными проститутками. И у них, как у собаки Павлова, вырабатывался условный рефлекс «смерть, удовольствие». Дэвин Гроссман, автор книги «Не учите наших детей убивать», говорит, что ребенок за игрой стрелялкой ничем не отличается от пилота за авиасимулятором, все, что в них в этот момент закочевается, потом будет воспроизведено автоматически. Мы учим детей убивать, подкрепляя убийство чувством удовольствия и призами. А еще учим ликовать и потешаться при виде реалистично изображенных смертей и человеческих страданий. Результаты заставляют содрогнуться. По данным РБР, для среднестатистического офицера полиции нормальным считается, когда из пяти пуль цель попадает одна. Так вот, несколько лет назад в небольшом американском городке 14-летний подросток раздобыл пистолет, потренировался пару дней, а затем принес его в школу и сделал 8 выстрелов. 8 пуль, 8 жертв. Из них 5 попаданий в голову, остальные 3 – в верхнюю часть туловища. Потрясающий результат! До этого подросток не имел никакого опыта обращения с оружием. Причем, как отмечали свидетели трагедии, парень стоял неподвижно и стрелял прямо перед собой, не уклоняясь ни вправо, ни влево, как будто играл в компьютерную игру, методично, одну за другой, поражая цели, появившиеся на экране. Дэвин Гроссман, комментируя эту трагедию, говорит: «Я обучал техасских рейнджеров, калифорнийских полицейских, патрулировавших скоростные трассы. Обучал батальон зеленых билетов. И никогда, нигде, ни в полиции, ни в армии, ни в уголовном мире, не было таких достижений. Этот пример далеко не единичен». Исследования, проводимые различными международными организациями, четко свидетельствуют о том, что распространившийся повсеместно культ насилия, варварские методы ведения современной войны, жуткие преступления напрямую связаны с пропагандой насилия. Наших детей учат убивать и получать удовольствие от чужих мучений. Разрешая своим детям играть в агрессивные компьютерные игры, мы растим социопатов. Помните об этом. С использованием материалов книги Stop Teaching How a Kid to Kill. A Call to Action Against Teen Movement Video Game Violence. Дэйв Гроссман, Глория Дивитену. Источник http://школа-схедник.ру/archive-0.43860 Мы растим убийц. Об агрессии компьютерных играх мир вокруг нас школа жизни Руалина Еремеева. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-85-23. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации.
Здравствуйте. В эфире канала УНБ 11 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации – современные компьютерные игры и наш взгляд на них. Поехали. В наше время компьютерные игры занимают все более важную и весомую роль в нашей жизни. Казалось бы, еще вчера дети играли в войнушки, бегая по двору с пластмассовыми пистолетиками, рисовали в тетрадке карты, приумывали монстров и кидали кубики на зависть взрослым. А сегодня каждый от мала до велика может позволить себе заглянуть из мониторок на эти выдуманные истории миры и повоевать по-настоящему, смотря на все глазами бывалого вояки. И теперь, когда направление создания игр достигло большого развития и разнообразия, стали все более отчетливо видны недостатки игр и проблемы с их влиянием на психику человека. Из безобидных маленьких компьютерных игр, которые развлекали и расслабляли нас, выросли огромные сложные системы взаимодействия игрока и с игровым миром, которые соревнуются друг с другом в безумности своих задумок, сметая на своем пути запреты и нормы моральных устоев. В данной статье мы решили поподробнее рассмотреть вопрос существования игр и рассказать о том, как мы видим эти игры в положительной перспективе. Классы компьютерных игр. Для того, чтобы достигнуть поставленной цели, нам следовало бы ознакомиться с недостатками игр. Однако небольшая трудность выбора и разнообразие компьютерных игр указывает нам на то, что лучше будет сначала выделить основные жанры игр, а уже потом искать их недостатки. Таким образом, мы начнем с описания этих жанров. Стратегии. Смысл таких игр заключается в управлении некоторыми ресурсами для достижения какой-либо цели. В большинстве игр такого жанра основной целью является достижение территориального и экономического превосходства над другими. Под ресурсами понимаются войска, капиталы, необходимые для существования сырье, природные ископаемые, источники энергии и так далее. Мы можем управлять как маленьким клочком территории, так и государством в целом, затрагивая их экономическую и социальную структуру. Кроме этого, есть стратегии, в которых просто надо вести военные действия и распоряжаться войсками, не задумываясь об остальном. Данный жанр можно легко отличить по одному снимку экрана. Мы наблюдаем сверху определенный ландшафт, на котором будет проходить игровой процесс. Интерфейс содержит только самые необходимые мини-карту этого ландшафта. Обычно в углу монитора, которая позволяет ориентироваться в игровом пространстве, и панель, которая содержит команды управления постройками и ресурсами, информацию для координации и планирования действий. Есть два режима ведения таких игр: пошаговый, где игроки поочередно делают ходы, на которые отводится ограниченный или неограниченный запас времени, в зависимости от типа и сложности игры. Реального времени, где игроки выполняют свои действия одновременно и ход времени не прерывается. RPG, с английский Role Playing Game, ролевая игра. В отличие от стратегии, у RPG более индивидуальный подход к игровому процессу. В играх данного жанра мы управляем одним или несколькими персонажами, постепенно погружаясь в вымышленный мир, предложенный нам разработчиками игры. Основной цели в данном жанре игры нет. Это может быть и превосходство над другими, и стремление к совершенству в каком-либо умении, выживание или просто красочное и увлекательное ознакомление с сюжетом и игровым миром. Игроку, как правило, даются задания или квесты, некоторые из которых включают в себя подзадания, образуя тем самым ветку квестов. Обычно есть два вида этих веток, основные и дополнительные. Основные раскрывают нам сюжет игры вплоть до конца повествования, что собственно в некоторых играх такого жанра и является концом игры. Дополнительные больше погружают нас в игровой мир или в историю некоторых его персонажей. Это могут быть задания различных тематик, призванных разнообразить игровой процесс и отвлечь игрока от прохождения основной ветки. Отличительной чертой некоторых игр этого жанра является выбор, который игроку предстоит делать в процессе прохождения. Последствия этого выбора различны и иногда даже могут повлиять на дальнейшее развитие персонажа или игрового мира или вообще изменить ход сюжета игры. Как правило, игры такого жанра занимают много времени на изучение вымышленного мира. Экшен, с английский экшен, действие. Жанр, в котором успех игрока в большей степени зависит от его скорости реакции и способности быстро принимать тактические решения. Игры такого жанра требуют напряжения внимания и быстрой реакции на происходящие события. Игровой процесс состоит в управлении персонажами для симуляции какого-либо действия.
Различают множество винов этого жанра. Шуте. От английский. Шут. Стрелять. Вымер данного типа Айнрон должен один или небольшой командой при помощи стрелкового или холодного оружия уничтожать противников. Файтинги. От английский файт. Драться. Суть этого вида игры состоит в поединках между двумя или более противников с применением приемов рукопашного боя. Слэш. Англ. Слэш. Удар с плеча. Рубить. Игры с видом от третьего лица с фехтовальными поединками с применением холодного оружия. Аркада. Игры, в которых игроку нужно действовать быстро, полагаясь в первую очередь на свои рефлексы и реакцию. Симуляторы. Игры, в задачу которых входит максимальная реалистичная имитация физического поведения и управление каким-либо сложным объектом. Также учтем, что помимо всех вышеперечисленных жанров есть и много других разных игр, но в них особых недостатков обнаружено не было и потому их дальнейшее рассмотрение можно опустить. Следует только предположить, что отсутствие явных недостатков в этих играх можно объяснить тем, что эти игры просты в создании и правилах, либо принадлежат к новым развивающимся жанрам игр, которые еще не закрепили себя в игровом мире. Приступая к поиску и обсуждению недостатков игр, нужно понять причину их существования, выделить часто встречающиеся среди них и попытаться найти им решение. В наше время свободы, предоставляемой нам телевидением и интернетом, все больше становятся популярны вещи, которые раньше были труднодоступны или вообще находились под запретом. Постепенно, оттесняя собой принятые моральные нормы, они завоевывают все больше умов в нашем мире. Идеи их простые и примитивны, а потому легко могут внедриться в любую отрасль человеческой деятельности. В игровой индустрии это давно уже приемлемо. Эти идеи приходят на помощь разработчикам игр, которые озадачены вопросами, чем заполнить игровой мир, и как сделать игру популярнее. Да, безусловно, игра — это описание виртуального мира, а какой мир без убийства, насилия и негативных эмоций, но ошибка в том, что они не должны занимать основное место и должны гармонично вписываться в созданный игровой мир и являться второстепенным и маложелаемым способом достижения цели в игре. Далее мы попытаемся найти решение этой проблемы в ранее перечисленных жанрах игр. Стратегия. Большинство стратегий учит нас побеждать путем уничтожения ресурсов противника или геноцидом всего народа, населяющего его территорию. Таким образом, жанр стратегических игр чаще ассоциируется с развитием своих ресурсов и своего населения для войны, уничтожения и убийства или доминирования над другими. Здесь мы предлагаем сделать больше акцент на созидании, нежели на разрушении. Наше видение такой игры. Игрок владеет территорией, на которой строит свое государство, как правило, разделяя эту карту со своими оппонентами-противниками. Для того, чтобы победить в игре, не обязательно, а нежелательно уничтожать противников, так как при уничтожении их территории будет очень маленькая вероятность получить их технологии и ресурсы, вследствие того, что в процессе нападения могут быть уничтожены их носители, знания или игровые персонажи. Таким образом, целью игры будет являться взаимодействие между игроками, обмен между ними ресурсами и всякие соглашения, согласно которым они будут делиться друг с другом технологиями. Все это и будет развитие территории каждого игрока. При этом свое население надо будет контролировать, так как оно может восстать или вообще мигрировать на территорию противника. Таким образом, мы получаем игру со сложной и интересной системой поддержания отношений между другими территориями и поддержанием политики населения на своей территории, где в любой момент можно начать войну, которая будет нести большой риск остановки развития государства и восстания населения. РПГ. Первая ассоциация, которая возникает, когда мы слышим термин РПГ, это свобода, свобода действий, свобода игры, свобода пути развития. Действительно, мы появляемся в огромном виртуальном мире персонажем, которого сами создали или выбрали и делаем, что хотим. И в эту свободу можно внедрить все, что угодно, как положительное, так и отрицательное. Главной особенностью большинства игр данного жанра является то, что виртуальный мир реагирует на действия игрока. Все это выражается в некоторых элементах интерфейса, которые процентно показывают ту или иную предрасположенность игрока между двумя крайностями, добро и зло, природа и технология и т.д. Работает это примерно так. Игрок сделал доброе дело и получил 15% крайности добра, сделал плохое дело 15% крайности зла. Разумеется, количество прибавления очков к той или иной крайности зависит от важности и сложности задания.
На фоне классификации дел и присвоенных им очков предрасположенности выявляется недостаток. Количество очков зла за убийство зависит от важности убитого игрового персонажа в игровом мире. Более того, достигнув крайности, набрав 100% убийства или любое другое плохое дело будет незначительно влиять на этот процент. Насилие обесценивается и становится безнаказанным, ведь игрок всегда может в противовес к нескольким актам насилия сделать одно хорошее дело. Мы предлагаем в таких играх сделать акцент именно на выборе, а не на свободе. Наше видение игры. Виртуальный мир, в котором не будет известно, поступает игрок правильно или нет, поступки будут нести за собой последствия реакции окружающих его игровых персонажей. При этом, заменяя понятие добра и зла на понятие выбора и последствия, мы получаем мир, в котором игроку самому надо будет думать, поступает он правильно или нет. Прежде чем кого-то убить, игроку стоит подумать о последствиях. Тюрьма, негативные отношения остальных игровых персонажей, вероятность преследования мстителями на протяжении всей игры. Главный аспект игры будет заключаться в отсутствии необходимости убийства как способа выживания. Любого игрового персонажа в процессе битвы можно будет уговорить сдаться или переубедить, а может даже присоединить к своей команде. Все это будет зависеть от лояльности и способности убеждения, выбранных игровым персонажем. Как и по примеру стратегии, взаимодействие с игровыми персонажами при меньшем коэффициенте насилия будет благоприятнее влиять на дальнейшее развитие игровых персонажей и игрового мира в целом. Экшн. Игры данного жанра ориентируются обычно на быстрые или своевременные действия игрока в той или иной игровой ситуации. Наблюдая за разнообразием игр этого жанра, приходим к выводу, что таких ситуаций мало — это либо управление каким-либо предметом или устройством, либо битва. Скорость реакции в играх такого типа нужна игроку для того, чтобы эффективно или эффектно кого-нибудь убить. Учитывая, что игры типа шутер, файтинг и слэшер в основном являются симуляторами убийства и различаются лишь в разности путей подхода к этому действию, можно только пожелать, что было бы лучше, если бы разработчики таких игр не вдавались в подробности расчленения и ломания, выкручивания и вырывания разных частей тела противника. Заключение. В современном мире, когда целью является обогащение, остается все мало времени для того, чтобы создать новую уникальную идею игры и еще меньше времени, чтобы эту идею доработать. Таким образом, большинство игр по своей сути являются копиями друг друга, быстрый шаблон сценария, также быстро подогнанные под описываемый мир графика и, конечно же, популярные запреты, реализованные в игре. Вот так стратегии становятся просто убийцами времени. РПГ. Обителью все больших возможностей, стремящихся разрушить моральные устои и нормы. И лишь один экшн остается верен своим традициям убийства и реакции, правда, теперь может и не нуждаться в сюжете вообще, так как уже обладает всем, чем нужно, убийствами и реакцией. Того не за новизной и популярность и жанры смешивают, удачные попытки начинают принимать индивидуальный характер, становятся виртуальным миром. Выдуманный игровой мир стараются как можно больше приблизить к реальному, внедряя в него факторы человеческой жизни, усталость, выбор, обыгрывая повседневные занятия, сон, еда, учеба, работа, саморазвитие и совершенствование. Итак, выдуманный мир становится альтернативным симулятором реального мира, и все больше людей теряют грань различий между ними и исчезают из своей жизни как личность, строя свою индивидуальность в новом и другом мире. Наше мнение по этому поводу такое: лучше подождать и получить нормальную, сбалансированную, продуманную, интересную игру, которая не будет нуждаться в дополнениях и внедрениях, приближающих его к реальности и прочих альтернативных ходах повышения популярности. Игра призвана на определенное время забирать нас из реального мира трудностей в игруманную сказку, где мы можем забыться и расслабиться. А сказка всегда должна оставаться сказкой, и всего хорошего должно быть в меру. Источник http://climate.net/index/php://.net/index/.php://.net/.index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 
Нет, портал настроения край Энзен край Димен 14 ноября 2012. Остались вопросы? Звоните плюс 38 097 920 85 23. Или заходите на сайт UIB.ed.ue. До встречи в следующей презентации. We'll be right back.
украинский неизвестный блог представляет. Здравствуйте! В эфире канала УНБ 12 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации Need for Speed. Из пепла. Поехали! Олег Криволапов о том, что происходит с жаждой скорости, и почему всем так уж плохо. Когда-то серия Need for Speed была главной моночной игрой на планете. Откуда-то из далекого прошлого у меня всплывают воспоминания о первых двух частях. В них я играл в глубоком детстве. И помню ли живописные по тем временам пейзажи, крик сокола в небе. И самый-самый главный автомобиль Мэклэрен, который был на порядок круче, чем все остальные. Затем были третья и четвертая части. Именно там впервые появилась полиция. И это были две части, в которые почему-то поиграть мне так и не довелось. Однако с тех пор ни одной игры серии я не пропускал. До прошлого года. Но обо все по порядку. Следом за четвертой частью следовала пятая, как неожиданно, правда? И вот она оказалась шедевром. Лучшей частью за многолетнюю историю серии. А это, между прочим, уже более 16 лет, за которые вышло целых 20 игр. В Porsche Unleashed можно было сесть за руль всех автомобилей одноименной марки, начиная с 1956, сконструированной лично Фердинандом Porsche, создателем половины немецких танков Второй мировой войны. И заканчивая новенькой на тот момент GT3. Здесь были потрясающие пейзажи, осязаемая атмосфера старины, и возможность принять участие в развитии одной из самых элегантных, технологичных и стильных марок автомобилей. Игра была настолько хороша, что породила целое поколение молодых людей, поставивших своей целью покупку спорткара родом из Штутгарта. Вот он, долгосрочный маркетинг. После ностальгической и серьезной Porsche Unleashed вышло продолжение Hot Pursuit. Оно было веселым, заводным, по-прежнему поддерживало сплит-скрин. И, в общем, вполне справлялось со своей ролью, как следует развлечь игрока, уворачивающегося от сбрасываемых с вертолета бочек и расставленных на дороге шипов. А затем наступил переломный момент. Имя ему — Underground. Эта игра изменила все. Дорогие европейские спорткары уступили место японским разукрашенным авто с неоновой подсветкой, а идеалистические пейзажи сменились ночным городом. Говоря, что игра изменила все, я и так уж и лукавлю. После этой игры родилась серия фильма «Форсаж», а множество владельцев, пускай даже и не самых новых авто, принялись раскрашивать и подсвечивать свои железных коней неоном. Огромное количество фанатов ждет продолжения и по сей день. За первой частью последовали многочисленные сиквелы, продолжения и переосмысления, которые тоже были не так уж плохи, но и повторить успех оригинала уже не могли. Наверняка большинство сейчас сразу уже и не вспомнят, что и зачем там шло. Выделить можно разве что Most Wanted, ставший настоящим хитом за счет адреналиновых побегов от полиции, дневного света, крутого тюнинга и превосходного дизайна. А дальше посыпалось. Мрачный Корбен, скоростной Порт-стрит, достаточно специфический андеркавер, былого величия, казалось, было уже не вернуть. Shift вообще мало походила на привычную Need for Speed и была рассчитана на совершенно иную аудиторию, а онлайновая World и подавно идет особняком. И вот тут пошли перезагрузки и перезагрузки перезагрузок. И это сработало. Hot Pursuit 2010 была отличной NFS старой школы, чем и подкупила множество старых фанатов. Да и вообще эта игра существенно взбодрила выдающую уже было серию. К тому же там был отличный мультиплеер. К сожалению, дальше все пошло уже не так гладко. The Run оказалась очень красивой, хвастала динамическими препятствиями и модным движком. И даже рассказывала историю, но по факту проходилось так быстро, что никто толком так и не понял, что это вообще было и почему так быстро закончилось. И вот в прошлом году вышла 19-я часть игры, гордо именовавшая себя Most Wanted, однако вместо обещанной перезагрузки и возвращения Кормлем она оказалась огромным мыльным пузырем, лопающимся уже через 30 минут после запуска. Как я уже говорил,
Из всех частей NFS не проходил я только 3-4, но Most Wanted 2012 стала третьей в этом списке, потому что несмотря на многочисленные попытки заставить себя в это поиграть, все они заканчивались нецензурными высказываниями уже спустя полчаса игры. Чего стоит только поголовное копирование бурнаута и машины, разбросанные по разным частям абсолютно мертвого города. Именно из-за последней части Crivals я относился довольно скептически. А зря. Изначально изучить проект я решился лишь в рамках стрима, но потом втянулся так, что не успокоился, пока не увидел финальных титров второй кампании. Во-первых, игра удивительным образом смешивает офлайн с онлайном, что кардинально меняет всю суть геймплея. Любой штатный и спокойный на первый взгляд заезд на время может превратиться в судорожную войну за выживание, если проезжающий мимо копирок вдруг захочет поразвлечься. Дело в том, что аресты или разбитая машина мигом лишают бомщика всех накоплений за сессию, а это может быть как несколько минут, так и пара часов напряженной гонки, очков. Финальные же задания у полицейских построены аналогичным образом, потерять можно все и сразу. Это мигом выводит противостояние гонщиков и полиции на совершенно новый уровень. Причем все получается очень естественно и логично. Конечно, можно отключить сетевую составляющую и гонять лишь с NPC, но это убьет львиную долю очарования игры. Другой важный момент — графика. Она бесподобна. Frostbite 3 выдает шикарные закаты и рассветы, а также метель, дождь и пыль. Стоит добавить сюда крайне живописные и отличающиеся друг от друга ландшафты, чтобы половину пути смотреть на местные красоты вместо того, чтобы следить за дорогой. Да и сами машины со стекающими по ним капельками воды выглядят без преувеличения шикарно. Другой не менее значимый плюс. Игра позволяет отдыхать, а не напрягаться, если дело, конечно, речь не идет о побеге от полиции с 200 тысяч очков на борту и практически разбитой машиной. На фоне играет приятная музыка, а сторона можно наблюдать местные красоты, а задания в компании предполагают именно такой способ прохождения, какой вы выберете сами. Хотите разбивать полицейские машины? Вперед! Нравится ездить по карте и рифтовать? Пожалуйста! Предпочитаете классические гонки? И этого добра хватит на всех. Каждый пройденный этап премируется очередным суперкаром, а нам остается лишь повесить на него несколько девайсов вроде турбо или полицейских шипов. Да, игра не лишена минусов. Здесь имеется довольно условный и максимально наполненный пафосом сюжет, заканчивающийся к тому же, впрочем, увидите сами. Скажу только, что это, пожалуй, самая нестандартная концовка в истории серии. Онлайновая модель привносит свои ограничения, такие как банальное отсутствие паузы и необходимость переноса сервера при выходе хоста. Да и после прохождения кампании врачу всем так интересно. Тем не менее, достоинств игре куда больше, нежели недостатков. Подводя итог, можно сказать, что за все эти годы серия Need for Speed прошла длинный путь, попробовав себя в огромном количестве амплуа. Среди игр были и шедевры. И просто хорошие. И откровенно плохие гонки, а сама франшиза переживала как феерические подъемы, так и мрачные времена застоя. Все это, однако, не отменит того факта, что слово «гонки» для многих стало синонимом NFS, а в историю игровой индустрии серия вошла навсегда. Недавняя Rivals дала надежду, что не все потеряно, и серия вполне может вернуться к былой славе, чего и остается пожелать ей от всей души. Источник http://gmail.ru Rugames Need for Speed Rivals Need for Speed Ice Peplinus. HTML новости о Need for Speed Rivals Need for Speed. Из пепла Олег Риволапов 3 января 2014 года. Остались вопросы? Звоните плюс 38 097 920 85 23. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации.
Тюменский неизвестный блок представляет. Здравствуйте! В эфире канала УНБ 13 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации — вред компьютерных игр. Взгляд изнутри. Поехали! Комментарии от автора. Представляю вам статью, или вернее будет сказать, несколько мыслей на тему «Вред компьютерных игр». Взгляд изнутри. В сети достаточно много можно найти публикаций о компьютерных играх, написанных учеными, исследователями или просто энтузиастами, но мне редко встречались подобные материалы, написанные словно изнутри. Конечно, я не могу и не имею права утверждать, что мне удастся раскрыть, так сказать, тему или утверждать, что с этой стороны виднее. Эта статья – очередная попытка сформировать возникшие мысли и поделиться ими с другими. Научность. Нередко в интернете появляются статьи или заявления ученых, рассказывающие о вреде компьютерных игр. Отряды ученых делятся на два фронта – сторонники и противники. Одни рассказывают о том, что психика молодежи портится, что зависимость погубна, а сам факт погружения в игру исключает человека из социальной ячейки. С чуть меньшей активностью иногда встречаются и другие высказывания ученых. Игры развивают, помогают в улучшении реакции и мышления. Для начала прошу прочитать две заметки. Заметка номер один. Ученые утверждают, что увлекающий жестокими играми человек чаще совершает преступления и менее склонен помогать ближним или проявлять сострадание. Ученые трубят, что научно доказано, что жестокие игры снижают чувствительность к жестоким сценам. Агрессивные видеоигры и сейчас используются для психологической подготовки солдат к боевым действиям. Впрочем, человек очень часто к чему-либо притирается. Так сложилось эволюционно. Но совершенно не ясно, где причина, а где следствие. Вполне вероятно, что людям, жестоким по жизни, просто требуется подобная разрядка и, вероятно, игры таким людям доставляют больше удовольствия. Заметка номер два. Исследование сотрудниками Техасского международного университета А&М вызвало сенсацию. По словам ученым, жестокие игры позволяют справиться с депрессией, приступами агрессии и стрессом. Согласно последним исследованиям, игры, особенно агрессивные стрелялки, оказывают благоприятное воздействие на неокрепшую психику подростков. Они помогают сбросить напряжение, избавиться от стресса и поднять настроение. Агрессивные, жесткие игры, как арахисовое масло. Заявляет сотрудник Texas A&M International University Кристофер Деже Фергюсон. Большинству подростков они не могут принести никакого вреда. Опасность сохраняется лишь в тех случаях, когда у юного игрока есть предрасположенность к проблемам с психикой. Результат исследования 118 на Джереми показал, что игры спасают от депрессии, улучшают настроение и, внимание, снимают агрессию. А это, по словам ученого, значительно снижает риск жестокого и асоциального поведения молодежи. Но где же правда? Очевидно, что где-то посередине, как обычно. В мире достаточно много вещей, чрезмерное использование которых может привести к нежелательным последствиям. Это и наркотики, которые выводились с медицинскими целями, и оружие, создававшее им для защиты, а не агрессивное нападение и так далее. Придираться к тому, что компьютерные игры ставятся с один ряд с такими человеческими вещами, пожалуй, не будем. Ведь вы сами прекрасно понимаете, что компьютерные сами по себе игры не плохи, не хороши, все зависит, как говорится, от того, какое место они занимают в жизни конкретного человека и чем обусловлено увлечение ими. Запреты. В Германии существует весьма реальный запрет на жестокие компьютерные игры. Тамошнее правительство собирается даже посетить один из киберспортивных турниров, чтобы самолично удостовериться в том, насколько эти игры жестоки. В далеком 2006 году в той же Германии хотели запретить играть в Doom и Counter-Strike, а также запретить продажу детям компьютерных игр, которые могут спровоцировать их на жестокие поступки. Примерно такая же ситуация была в Бразилии, когда на некоторое время игры в Counter-Strike считались вне закона. В действительности, как мне кажется, если ставить вопрос на уровне «запрещено», то это будет лишь подстегивать людей попробовать запрещенное.
Нужно создавать альтернативы, социальные проекты, которые бы своей пользой и интересом затмили, вероятно, сферу, которая может пагубно влиять на человека. Хотя во многом это утопия. Киберспорт. Естественно, что игры, по которым проходят соревнования и которых можно причислить к киберспорту, в разы уступают по жестокости играм, которые можно встретить на игровом рынке. То есть, киберспорту волноваться, по сути, нечего. Но есть малоприятный нюанс. В большинстве случаев в стране люди киберспорт и обычные игры не разделяют на два разных понятия. Многие не видят разницы, для них это... игры. Что поменять, чтобы ситуация изменилась? Вероятно, чтобы все вышло на национальный уровень. Чтобы правительство поддерживало проекты, но для отмывки денег, втихую, а действительно громогласно, чтобы наши в селах знали это такое. Сидячий образ жизни, удвижном образе жизни, кроме прыщей на заднице. Намного чего. Известно, что в сидячем положении ухудшается кровообращение, ухудшение работы венозной и лимфатической системы. Малоподвижность опасна чрезмерным набором лишнего веса и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не стоит забывать про геморрой. А еще, длительная неподвижность вызывает изменения в обмене веществ человека, что в целом может подарить букет других проблем. После такого описания негативных сторон этой подтемы можно предположить, что я специально выделяю нужное, негативное, чтобы сформировать мнение, но это не так. Все здравомыслящие люди понимают, что сидячий образ жизни можно компенсировать физической активностью, которая, между прочим, помогает организму бороться со стрессами, болезнями и даже таким моментом, как преждевременное старение. Все дело в желании и силе воли, которую нужно найти, чтобы заняться полезным делом. Зависимость. В настоящее время индустрия игр находится в стадии бурного развития и расширения, что обусловлено не только технологическим скачком, но и постоянно растущим спросом. А спрос здесь завязан на интересе, жажде к играм. Если у человека игровая зависимость, то в некоторой степени это большой минус и загоревшаяся лампочка для социального общества. Игровой зависимостью называют предполагаемую форму психологической зависимости. Психологически неуравновешенные люди, естественно, вряд ли будут полезны обществу. Но если верить ниже указанной статистике, то около 30% людей, увлекающихся компьютерными играми, злоупотребляют нахождением в виртуальности, а 10% находятся в стадии психологической зависимости. Психологи утверждают, что зависимость от игр проявляется намного быстрее, чем любая другая традиционная зависимость, курение, наркотики, алкоголь и так далее. В среднем требуется не более полугода года для ее формирования. Я считаю, что в некоторой степени зависимость – это устоявшаяся привычка и нежелание ничего менять. Впрочем, второе иногда отсутствует. Есть мнение, что привычку можно назвать сформированной, если она повторилась на протяжении от 28 до 40 раз. Забыли почистить зубы, сделать уроки или что-нибудь неотложное. И это повторилось. Нужно сделать над собой усилие и пусть в принужденном порядке приступить к формированию новой привычки. По сути, это формула для изменения внутри себя. На протяжении месяца не поиграть после школы в любимую морку и весьма вероятно, что потом тебя в нее не потянет. Ну и не стоит забывать о том, что подобное притягивает подобное. Палка о двух концах. Почему нашим родителям игры мало интересны? Да потому что они изращивались совсем на других жизненных приоритетах. Если взять среднестатистического ребенка, допустим, из 1876 года, произвольный год, то игры вряд ли его заинтересуют настолько, как современного отпрыска. Даже если он разберется в управлении. Утверждать такое, конечно, никак нельзя, но та основа, тот жизненный опыт, который ребенок получил в свое время, скорее всего, не будут соответствовать запросу нынешних пластов игровых стандартов игры. Современный игрок может сколько угодно твердить своим родителям или друзьям, что в игре он получает разрядку, более того, он действительно может ее получать, но, к сожалению, иногда современность не может противостоять устоявшимся стереотипам и принципам. Во многих жизненных сферах, включая семейный пласт, существует пропасть, на одной стороне находятся дети, а на другой – их родители. Как уже говорилось, мы рождаемся в разное время, а для родителей некоторые современные штучки могут быть совсем непонятны. В действительности компьютерные игры, по сути, могут быть аналогом, в плане развлечения, тем, как за разбойником или квадрату.
Встает вопрос физической активности и полезности таких развлечений, но мы об этом уже говорили. В действительности же, мне кажется, или хочется верить, что хороший родитель сумеет устроить воспитание своего ребенка таким образом, что увлечение играми будет не чрезмерным, но и некоторая часть из них будет развивающей. Интернет пестрит историями о том, что некогда люди, которых можно было назвать пропащими, просто помешались на компьютерных играх, но со временем могут считаться вполне состоятельными личностями и даже успешными. Ежедневное посещение компьютерных клубов и походы на ночь в выходные – реальность, которая знакома многим. Возможно, люди так были захвачены этим всем, потому что для них это было ново. По сравнению с недалеким прошлым, сейчас ситуация изменилась, несмотря на то, что количество компьютерных клубов увеличилось в целом, молодежь больше предпочитает отсиживаться дома. Если для владельцев клубов это явный минус, то для родителей, как мне кажется, это плюс. Они хоть могут в некоторой степени контролировать действия своих детей, а грамотный родитель сумеет даже выставить рамки. Совсем другое дело, какое развитие может получать ребенок, просиживающий по 3-8 часов в день. Это при норме 2 часа. Мнение. Валентин Валентинович Кравченко. Известный украинский геймер Пиорби, считаешь ли ты, что Counter-Strike помогает тебе, помогал снимать напряжение, стресс? Валентинич, если говорить о игре на прауровне, то скорее нет. Но дело не в игре, а в коммуникациях с людьми, задействованными в процессе. Если говорить о теоретических форфан играх с друзьями по вечерам, когда ты не амбиции в отношении себя и выбираешь, не требований к тиммейтам, то да. Но снятие стресса путем игры в CS – это скорее для людей, крайне редко в компьютерные игры играющих. Смена рода деятельности помогает развеяться куда лучше. Нет, это фобия. Пиорби, как относишься к тому, что люди считают геймеров в большей степени склонными к агрессии, насилию? Валентинич, если человек по сути своей идиот, который в силу обстоятельств ни им самим, ни его родителями, ни государством воспитан не был, то причина потенциальной трагедии первостепенно кроется именно в этом. Побудить такого человека идиота на совершение тяжкого деяния может как какой-либо жестокий фильм, или сцена из игры, так и раздавленная случайным прохожим невинная бабочка на тротуаре, за смерть которой наш человек-идиот начнет мстить всем, кто хоть сколько-нибудь будет ему напоминать того прохожего. Не думаю, что Денису Евсюкову или Вицевскому маньяку было дело даже до Сапера или Тетриса. Сперва – воспитание, потом – тоталитарный контроль за наличием возрастных цензов на тех медиапродуктах, на которых рука воспитывающего государства может дотянуться. Дмитрий Хуч-Богданов. Известный российский геймер. Игрок команды Майм, CS, Meteor Makers, Пиорби, считаешь ли ты, что Counter-Strike помогает тебе, помогал снимать напряжение, стресс? Майм Хуч, в какой-то степени да, но не полностью, так как нет физической разрядки и полностью напряжение или стресс снять не получается. Пиорби, как относишься к тому, что люди считают геймеров в большей степени склонными к агрессии, насилию? Майм Хуч, я считаю, что это предубеждение. Да, в играх присутствует насилие, кровь и убийство, но то же самое можно увидеть по телевизору. Однако, правительство и старшему поколению гораздо проще все скинуть на компьютерные игры и часто в СМИ на это делается акцент. Я с этим полностью не согласен и считаю, что тот же самый телевизор несет гораздо большую опасность, чем игры. Арсений Эсенин Триноженко, известный украинский геймер, игрок команды Navi, NetSwimSir, Pyorby, ответь честно, считаешь ли ты себя зависимым от игры? Navi. CR9. Зависимым я никогда не был и вряд ли буду. В компьютерные игры я вообще не играю. Занимаюсь Counter-Strike, так как это на данный момент моя работа и единственный источник заработка. Превратил детскую мечту чемпионства в реальность. Сейчас получаю удовольствие от поездок и заработка авторитета для родной страны в мире. Пиорби, считаешь ли ты, что Counter-Strike помогает тебе, помогал снимать напряжение, стресс? Navi. CR9. Стресс предпочитаю снимать в компании друзей за рюмкой чая равно, лучше всего с микрофоном в руках и какой-то хорошей песней равно. Пиорби, как относишься к тому, что люди считают геймеров в большей степени склонными к агрессии, насилию? Navi, CR9, к агрессии склонны педагоги, тихони, вроде Чикатило, никогда не знаешь от кого чего ожидать. Геймеры такие же люди, как и все.
А что-то кто-то пьет пиво на лавочке и по вене долбит, а кто-то общается с друзьями несколько часов в день с помощью компьютера и проходит какие-то уровни в игре. Детей нужно воспитывать, и тогда они будут играть. И книжки читать. И посуду мыть. В завершение. Наверняка для многих вышенаписанный текст покажется слишком сумбурным, и это будет верной реакцией, ведь его написание именно в таком состоянии происходило. На самом деле ковыряться в этой теме можно достаточно долго, и в целом можно доковыряться до тех вещей, которые действительно важны для человека, для его будущего. Но проблема заключается даже не в том, чтобы была возможность это донести, а чтобы этот посыл был хоть сколько-нибудь принят во внимание. Хотелось бы верить, что ищущий найдет, а тому, кто не сведущ в этом вопрос, помогут. Спасибо за внимание. Здоровья и удачи вам. По теме. Мы за компьютером сидим, уткнувшись в монитор. Мы пленены буквально им. И пишем всякий вздор. Нет, чтобы встать из-за стола, так всем нам просто лень. Вот так нас сильно завлекла компьютерная сеть. Все мышцы шеи и спины размял бы хоть кто нам. Они ведь так напряжены, который день подряд. Вот так хочу я вам сказать, желаю лишь помочь, пишу вот этот дивный стих, чтоб лень прогнать всю прочь. Источник http://skillbits. Article 232 статья Red Computer Theory вред компьютерных игр. Взгляд изнутри. Skillbits, Yogates to the Skill Константин Ткаленко 8 сентября 2010. Есть вопросы? Звоните плюс 38 097 920 8523. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации. Украинский независимый блог представляет. Здравствуйте! В эфире канала УНБ 14 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации «Опасные иллюзии компьютерных игр». Поехали! Виртуальная реальность, создаваемая играми, не может не оказывать влияние на человека, погружающегося в нее. Плохое это влияние или хорошее, ученые пока не дали ответа. Но, анализируя собственный опыт и опыт моих знакомых, склоняюсь к тому, что во влиянии это больше плохого, чем хорошего. Намного больше. Сразу хочу сказать, что эта статья не является научным докладом, основанным на эмпирических исследованиях. В сети достаточно сообщений о научных исследованиях, интерпретации которых часто доказывают диаметрально противоположные утверждения. Так что каждый может подобрать исследования, подтверждающие его точку зрения, и не замечать других. Это замкнутый круг. Вместо этого я предлагаю всем нам проанализировать собственный опыт и попытаться сделать вывод. Согласитесь, ведь человеку, согнувшемуся над унитазом, не нужны научные исследования, чтобы понять, как опасно есть несвежие продукты. Игра с красной точкой. Для начала давайте разберемся, что же такое компьютерная игра. Грубо говоря, компьютерная игра — это контроль человека над цветом некоторых пикселей на экране и попытка влияния через этот контроль на цвет других пикселей. Скорее всего, вы забавлялись сами или видели, как другие забавляются с кошкой при помощи лазерной указки. Сложно сказать, что происходит в голове у животного в этот момент, но по сути это мало чем отличается от человека, занятого в компьютерной игре. Да, мы разумнее кошки. И поэтому нам мало одной красной точки, у нас их несколько миллионов. И притом разных цветов. И для нас не важно, понимает ли кошка, что ее дурачат, и просто развлекается или воспринимает все серьезно. Главный вопрос, понимает ли игрок, что цветные точки — это всего лишь игра, или воспринимает все более серьезно, а значит, меняется сильнее, но незаметнее для самого себя, чем ему на самом деле хотелось. Иллюзия развития. В
последнее время все чаще встречаю мнение, что компьютерные игры способствуют развитию умений и навыков человека. Но здесь не все так просто, как может показаться. Есть разные исследования и размышления, доказывающие как вред, так и пользу компьютерных игр. Но пока ни одно исследование, с которым я знаком, говорящее о пользе, не показало, как она проявляется в реальном мире. Даже физический труд дает больше в этом плане. Улучшилась реакция? Какая именно? Общая или реакция пальцев рук на происходящее на экране? Если второе, то какая от этого польза в реальной жизни? А информация о работе нашего мозга и возникновении нейронных путей говорит о том, что в этом случае более вероятен второй вариант. Улучшилось стратегическое мышление или коммуникативные навыки? Что бы мы ни говорили, ни одна игра не имеет такого разнообразия вариантов выбора и взаимодействия, как реальная жизнь. А значит, компьютерные игры ограничивают своими рамками наши навыки и способность творчески мыслить и делают мышление туннельным. Есть и другая точка зрения. Компьютерные игры — это всего лишь вид развлечения. И никакого серьезного влияния на игрока оказать они не могут. Иллюзия невоздействия. Или парадокс влияния. Но я из собственного опыта знаю, как геймеры любят делиться веселыми историями о глюках в реальности. Разбилась кружка? Какая первая мысль? Опс, надо было сохраниться. И только потом приходит в голову, что это реальность, а не игра. А вот несколько примеров из моего прошлого. Однажды я шел по своим делам, со своими мыслями. И какой-то маркетер из компьютерного павильона на всю мощь дал в колонке «Сталкер свободной зоны». Вступай в ряды долго. Меня передернуло, я начал оглядываться по сторонам и мысленно нащупывать АК-47. Это было секунду, но было очень реально. А еще, когда случалось подходить к заброшенному полуразрушенному зданию, возникало чувство опасности, хотелось прижаться к стене возле дверного проема и украдкой заглянуть внутрь. Хотя был ясный солнечный день, вокруг были люди, и я точно знал, что внутри безопасно. Это чувство тоже возникало на секунду, но оно было. И я это замечал. Таких историй я могу рассказать на десяток выпусков Ералаша. И каждый геймер может посостязаться со мной в их количестве. Как я уже сказал, геймеры любят делиться подобными историями. А еще они любят отрицать неосознанное влияние игры на их модели поведения, личности и нравственный выбор. Суть парадокса. Зная обо всех глюках в реальности, сложно согласиться, что влияние ограничивается только ими. Некоторые могут возразить, что в случаях с моделями поведения и нравственным выбором никто пока еще не ощущал такого воздействия компьютерных игр. Но это и понятно. Ведь когда мы обливаем желанием прижаться к стене в разгар дня или мысленно нащупываем АК-47, то сами понимаем, что такая реакция смешна и патологична. Но вот нормальность решений обмануть, украсть, проявить агрессию и подобных им хотя и может оспариваться в нравственном смысле, но патологическими они не являются. Именно поэтому мы не всегда можем заметить и связать изменение своего отношения к лжи или даже к убийству с нашим увлечением компьютерными играми. Я не говорю, что человек сразу становится убийцей, играя в шутеры, но его отношение не может не меняться, когда он неоднократно делает такой выбор в компьютерной игре. О том, что люди большую часть игры принимают за реальность, говорит их поведение, они уклоняются от летящих стрел, наклоняются в сторону заноса автомобиля или застывают в нерешительности перед нравственным выбором, даже тогда, когда знают, что на исход игры это не повлияет. О серьезном отношении геймеров к играм говорит также то, как они воспринимают свои игровые успехи и достижения. Иллюзия достижений. Однажды я похвастался своей знакомой, как обратил в бегство войск галов, численно превосходивших моих легионеров 3 раза. Ее это совсем не впечатлило. Впоследствии я неоднократно сталкивался с подобной реакцией и много ее не понимал, пока сам не начал осознавать, как сильно я ценю то, что на самом деле ничего не значит. Что толку от того, что твой персонаж из компьютерной игры? Эй, 80 уровня, если ты завалил сессию, разрушил отношения, и таешься всякой дешевой дрянью, нестриженной и плохо пахнущей. Это, конечно, крайний случай. И сам я не доходил до него, но видел подобных людей. При всем этом они считают себя успешными и гордятся своими достижениями. А что на самом деле изменилось? Только цвет пикселей на экране компьютера.
Возможно, вы никогда не дойдете до крайности, но иллюзия достижений влияет на каждого игрока. Не зря же в последнее время расцвела буйным цветом возможность хвастаться игровыми рекордами в соцсетях и специальных сообществах. Как это влияет на реальную жизнь? Отрицательно. В человеке заложено стремление к развитию и успеху. Удовлетворяя эту потребность в мире виртуальном, мы тем самым снижаем ее в мире реальном. И чем больше проводим времени в искусственной реальности, тем легче соглашаемся с настоящим положением вещей в реальной жизни, более спокойно принимая алгоритм работа-дом-работа. Компьютерные игры казнить нельзя помиловать. Где поставить запятую в этой классической амфиболии, решать каждому из нас. Из собственного опыта знаю, что прощание с красной точкой – нелегкое решение и не менее трудный процесс. Компьютерные игры помогают развлечься, почувствовать себя героем, уйти от реальности и ощутить себя успешным без особых усилий. От такого не так просто отказаться. Но если вы приняли решение отказаться от них или хотя бы ограничить время игры, то необходимо понимать, образуется пустота, которую надо заполнить. Подумайте, что может занять освободившееся место? Учеба, семья и друзья, саморазвитие, полезное ХОББИ. А еще лучше найти настойную цель в реальной жизни, понять, что необходимо для ее достижения и оставить компьютерные игры ради нее. Такой подход не сделает прощание легким делом, но заметно облегчит его. Если же вы не согласны со мной, готовы слушать ваше мнение в комментариях. В любом случае, какой бы выбор вы ни сделали, убедитесь, что сделали его именно вы. Будьте по-настоящему свободны. Источник. HTTP Lifehacker. RU 2015-08-13 Dangerous Games. Опасные иллюзии компьютерных игр. Лайфхакер Андрей Баников 13 августа 2015 года. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-85-23. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации. Украинский независимый блог представляет. Здравствуйте! В эфире канала УМБ 15 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации и обзора Mad Max. Какая чудесная игра! Поехали! Mad Max. Это неплохой боевик с открытым миром, который вряд ли сможет претендовать на звание игры года, но в то же время и не является дешевым навесом к крутому фильму Миллера. О безумном Максе знают почти все. Вы вряд ли встретите хотя бы одного человека, который не видел или хотя бы не слышал о фильмах Джорджа Миллера, которые во всей красе показывают далеко не красочное будущее человечества в ужасном мире полном боли, отчаяния и психопатов, жрущих опарышей, продающихся повышенным солнцем пустырям на очень креативных автомобилях ручной сборки и живущих в хибарах, сделанных из ржавого металлолома или обычного мусора. Приключения Макса начинаются с того, что он очень сильно подзорился психопатом по имени Скротус. Скотина вместе со своими лакеями крепко помяли нашего героя и отработали у него машину. Без колес на пустоши никак, поэтому Макс довольно быстро подружился с местным механиком Чумакетом, очень похожим на Квазимода, который в буквальном смысле поклоняется автомобилям. После чего дуэт отправляется в увлекательное приключение, в ходе которого они будут собирать запчасти, заводить друзей, жрать собачью еду и кататься на машинах. К слову, Скротус не только заправляет Бестауном, но еще и является сыном бессмертного Джо. И Мортен Джо. На этом все связи здоровой ярости господина Миллера и заканчиваются. Когда в произведениях присутствует некая недосказанность или загадка, воображение зрителя сразу же начинает заполнять пробелы. Это очень круто, когда сценаристы нарочито оставляют такие пробелы. Бедлендж же, по всей видимости, считают игроков полными недоумками, поэтому даже после минутного диалога с незнакомым персонажем в журнале появляется его исчерпывающая биография, чтение которой может здорово испортить малину игрокам. Разработчики так сильно пытались показать всю жесть мира игры в визуальном плане, что напрочь забыли о простой логике. Патроны, еда и вода,
есть простые мелочи на вес золота. Максим временами не внушается поедать даже опарыши. Тем не менее, Мируй охотно делится водицей со страждущими и ни разу не испытал упадок силы до пропущенного завтрака из червей. Наш герой может легко стоять в одном горящем остове автомобиля и не терять здоровье, но почему-то вспыхивает как спичка в другом. Макс может 2-3 раза подряд переехать автомобиль, а он встанет как ни в чем не бывало и побежит дальше, в то время как 2-3 оплеухи от рядового оборванца отправляют бородача в глубокий нокаут. В огромном и открытом мире игры всегда есть чем заняться. Можно штурмовать вражеские лагеря. Искать всякий хлам, ловко приплетанный в неприметных местах, грабить конвой и участвовать в доночных заездах. С летальными исходами, разумеется. Есть и скучные рутинные задания вроде уничтожения снайперских вышек и башен с развешанными на них как новогодние гирлянды крупами, так называемые пугало. Но самым скучным и дико нудным можно считать поездку по зачистке минных полей. Сей процесс не только происходит очень медленно, но и необходимая для него собака от чего-то отказывается ездить в прокачанной машине Макса. Это огорчает, ведь приходится заранять Magnum Opus в гараж и присаживаться на какой-то менее проворный багги, на котором так любит кататься тупая псина. Мир игры разделен на несколько регионов, в центре которых расположены крепости. Ими заправляют разные психопаты и одиозные личности. Тем не менее, эти товарищи могут дать нашему герою крышу над головой и мастерскую с кучей запчастей для его машины, которые, правда, сначала нужно заслужить, очистив прилегающие к крепости территории от всяких угроз. Помимо того, Макс может помочь и с различными проектами вроде хранилищ с патронами или бочек с горючкой, а взамен получать халявные бензины или те же патроны. Самой сильной стороной проекта являются, как ни странно, боевые заезды на Magnum Opus. Можно таранить другие машины, срывая с них пласты брони, стрелять по бензобакам и смотреть, как они, окутавшись черным дымом и пламенем, взлетают в воздух. Будучи за рулем, Макс может использовать дробовик, ракетницу или гарпун. К счастью, во время использования оружия время замедляется, облегчая прицеливание. Гарпун – это самое веселое оружие, которое можно вообще выдергивать водителей через окна автомобилей, запуская их тушки в бреющий полет. Но безобразничать можно и в пешем режиме. Максим хорошо дерется в рукопашной и может легко дать фору даже темному рыцарю в умении контратаковать. В отличие от ушастого защитника Ротема, Макс не гуманист и не церемонится с врагами, ему ничего не стоит перерезать врагу горло, вогнать нож по рукоять в чей-нибудь затылок или разбить чьи-нибудь рыло ногами. Макс может использовать исподручные средства, которые разбиваются вдребезги после нескольких удачных коллизий с вражьими черепными коробками, или даже применять дробовик, предварительно разыскав к нему патроны. Видно, что разработчики черпали вдохновение из классических боевиков, которых семеро одного не боятся. Победителем из каждой схватки можно выйти просто грамотно контратакуя, а эффектные добивания помогут сгладить негодование от незатейливой системы. Увы, но камера не умеет автоматически следовать за героем в поле боя, поэтому вам постоянно приходится теребить стики, пытаясь не упускать врагов из виду. Если сеча на открытой местности может вызвать легкий дискомфорт, то потасовка в закрытом пространстве станет настоящей бедой. Застревающая в потолке камера – это настоящая боль в ягодичных мышцах. Найденные хла можно использовать для улучшения снаряжения Макса, его навыков рукопашной или прокачки Magnum Opus. Опций полно, начиная с различных кузовов, краски, деталей и заканчивая прически самого героя. Хотя весь мир игры – это сплошная пустыня, каждый из регионов выглядит уникально и по-своему прекрасно. Вы не раз будете останавливаться, чтобы поглазеть на развернувшуюся панораму. Некоторые жители пустоши отправляют Макса колесить по подземным тоннелям, другие используют в качестве своих баз жабы и остовы самолетов, третьи строят крепости на отвесных скалах, с которых открывается чудесный вид на бескрайнюю пустыню. Сразу видно, что дизайнеры в полной мере отдавались своей работе. Чего только стоит яростные бури, заставляющие одновременно трепетать перед бушующей стихией и восхищаться ей. Именно желание исследовать каждый уголок этого гибнущего мира сглаживает все негативные впечатления от однообразных заданий и заставляет двигаться дальше. В то же время Mad Max не может похвастаться продвинутой технологической составляющей. Да,
Игра временами безумно красива на всех платформах, а движки автомобилей грозно рычат. Топовые колеса реалистичный песок, но и не лишена всяких погрешностей. Физика нередко чует, заставляя героя по непонятным причинам вращаться в воздухе как пропеллер, или закручивая автомобиль на месте от малейшего столкновения с крошечным валуном. Стоит отметить, что это общие проблемы, которые мы заметили на всех платформах. В то же время некоторые ошибки преследовали нас на конкретных платформах. Надписи иногда испарялись в раю. Просто исчезали без видимых на то причин. На Xbox One временами выдавали одно количество хлама, когда должны были выдать совсем другой. На PS4 в ходе одного из заданий заклинил гарпун. Но, быть может, это просто нам так повезло. Источник http://www.games.mad-max-obser-mad-max-cracker-jumes-nab-jail-articles HTML-обзор Mad Max. Какая чудесная игра 7 сентября 2015 года Anonymous. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-8523. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации. Украинский независимый блог представляет. Здравствуйте! В эфире канала УМВ 16 и последний выпуск первого сезона презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации «Не видя света на Игромире 2013». Поехали! О том, какого материала стоит ожидать от Сумочкина Владимира, редактора портала GameGuru, после окончания Игромира 2013. Это моя первая запись в GameGuru блог. И писать ее, пожалуй, очень легко, потому что в данном формате публикации я менее скован в повествовании. Сумочкин Владимир, редактор портала GameGuru. Сегодня я расскажу о том, что успел сделать за эти 3 дня. Как того и стоило ожидать, первые дни были очень загруженными. Несколько ночей подряд я ложился в 2 часа, чтобы встать в 8, все это время готовился к следующему рабочему дню. И, пожалуй, это стоило проведенных самоистязаний, потому что удалось провести достаточно интересные интервью по всем проектам, на которые я отвечал. Первый день мы с Олегом записали совместное интервью по Assassin's Creed 4 Black Flag, а после работали отдельно, тем не менее достаточно часто пересекаясь в коридорах с ними и другими корреспондентами в Эйнгуру. Первый день Игромира 2013 я взял интервью по двум играм Paradox Interactive, War of the Vikings, новая мультиплеерная игра Айна про викингов, и Magic of Desert Tours. Это та же Magic, только ориентирована на PvP. В этот же день я посетил презентацию Paradox Interactive и очень интересную пресс-конференцию Sony, где были представлены самые актуальные проекты, я даже узнал о них для себя что-то новое. Еще присутствовал на показе Killzone Shadowfall, где выбирал, куда должен следовать персонаж, потому что по локациям можно двигаться разными путями, время записи этого показа можно посмотреть в нашем видеоразделе. И, к слову, игра очень впечатлила и яркой графикой, и геймплейными возможностями. Второй день был самым загруженным, потому что мне предстояло взять целых 7 интервью. По этой причине во второй день я вообще не видел Игромира. Отсюда и название материала, зато узнал много интересного о различных играх. Мы с Лёшей, наш оператор, записали видеоинтервью по играм Batman, Arkham Origins и Dying Light. Текстовое интервью я взял по играм Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, игры расследования от украинских разработчиков Might and Magic X Legacy, рестарт легендарной серии научивых RPG игр. Warlord 2, The Exiled, продолжение игры от русских разработчиков, анонсированные на этом игроме Divinity, Original Sin, очень насыщенный контентом и возможностями кооперативный проект, где игроки проходят квесты путем спора с использованием навыков.
Ну и, пожалуй, самое значимое для меня интервью состоялось по Юре Забранью, ведущей с основателем студии Quantum Dream, Дион Дифондонер. Кстати, я записал его на видео как смог. В течение получаса я мучил его самыми волнующими вопросами, делая отсылки к таким проектам, как Fahrenheit, Heavy Rain, Care. Также я получил диск с игрой, уникальная возможность поиграть в долгожданный проект от Quantum Dream на релиза. И я обязательно поделюсь с вами впечатлениями, хотя уже уверен, что игра шикарная. Все самое сложное прошло в первые дни. И на третью у меня осталось одно последнее, но очень интересное интервью с русскими разработчиками проекта Юба Штурмовик «Битва за Сталинград». Мы поговорили о том, какой будет игра, для кого она, а также я опробовал ее в Oculus Rift, то есть видел все из кабины пилота. И должен сказать, что это было впечатляюще. Как мне показалось, это даже круче их Valkyrie, потому что там все-таки выдуманная вселенная и ситуация, а здесь в случае с штурмовиком, реконструкция реальных боевых действий. Поскольку сегодня интервью было одно, я смог сыграть в некоторые игры, но немногие, потому что везде огромные очереди. Я сыграл в Bayonetta 2 на Nintendo Wii U, оставшись в диком восторге, а также в Lightning Returns, Final Fantasy 13, оставшись в недоумении. Для чего я все это рассказываю? Не только для того, чтобы вы знали, что мы не сидим без дела, но также и потому, что я хочу узнать о ваших пожеланиях в отношении данных материалов, написанием которых я, очень надеюсь, займусь в понедельник. Какие интервью или впечатления от игр презентации вы хотели бы видеть в первую очередь? Не безразличных прошу отписаться в комментариях. В раздел статей я выложил небольшой сет, сделанный за эти три дня фотографий. В основном я снимал косплееров и автомобили, но, уверен, более разнообразные фотографии от других корреспондентов GameGuru вы увидите в скором времени. Источник. http://runus.nevidjasvita.neibromayer2013view. HTML не видя света на Игромире 2013 26 ноября 2013 года Владимир Семочкин. Есть вопросы? Звоните плюс 38 097 920 8523. Или заходите на сайт uib.ue. До встречи в следующей презентации. Украинский независимый блог представляет. Здравствуйте! В эфире канала УМВ-17 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации и интервью с разработчиками Total War Arena. Поехали! Беседа о первой бесплатной игре в главной стратегической серии нашего времени. Ян Ван Дер Крабен из студии Creative Assembly согласился обсудить с нами новый проект студии серии Total War, который, к тому же, является первой бесплатной игрой в серии. Добрый день! Начнем с того, что попросим вас описать основной концепт Arena. Расскажите об игре в целом. Total War, Arena, free-to-play игра в жанре RTS, полностью сфокусированная на мультиплеере. Основные игровые фракции — Гремлины, Греки и только что анонсированные Варвары. Игра находится в режиме альфа-тестирования, и буквально только что открылся доступ для игроков из России. Основной режим игры 10 на 10. Каждый игрок управляет тремя юнитами, что намного меньше, чем в традиционных играх Total War, но игра более быстрая и интенсивная, нежели традиционные представители серии. Можно сказать, что это сессионная игра, рассчитанная на быстрые бои, каждый бой ограничивается длительностью в 15 минут. Побеждает команда, захватившая вражескую базу или уничтожившая всю армию оппонента. Если ничего из этого не происходит по истечению времени, то победа присуждается команде с наибольшим количеством очков. У каждой армии есть прокачиваемые командиры, с повышением уровня командира повышается уровень бойцов отряда, вы покупаете для них экипировку, улучшаете их, и так вы продвигаетесь с 1 по 10 уровней. За что нужно будет платить? Прежде всего, и это самое важное для нас, это не pay-to-win игра.
Это определение вообще не является жанром стратегии. Так что перед тем, как начать работу, мы создали опрос на форуме, чтобы получить отзывы от пользователей. Фидбэк был позитивным и полезным. И он помог нам разработать нашу модель монетизации. В общем и целом, в монетизацию мы включили три пункта. Во-первых, скорость прокачки, которая может быть ускорена покупкой премиума аккаунта. Вы будете получать больше опыта за сражение. Второе, кастомизация юнитов. Вы можете раскрасить солдат в различные цвета, а в скором времени будут представлены косметические предметы, с помощью которых можно будет украсить внешний вид бойцов. Ну и, наконец, третье, премиум юниты, которых вы сможете купить за золото и премиум валюту. Они сильнее обычных юнитов, в некоторых моментах даже слабее, но они более специализированы под определенные тактики, которые вы сможете использовать. К примеру, вы можете получить определенные бонусы, имеющиеся у другой фракции, купив бойца, либо вы можете скопироваться с игроком, играющим за нужную фракцию, что может быть немного сложнее, но вы также получите нужный вам бонус. Тут уж как пожелаете. Есть ли в игре рейтинговая система? Ведь новичкам едва ли понравится играть с опытными и прокачанными игроками. Да, разумеется. У нас есть система матчмейкинга, которая сортирует игроков по категориям и заботится о том, чтобы пользователи играли себе подобными по навыку игры и по уровню прокачки юнитов. Мы продолжаем оптимизировать систему матчмейкинга. Она еще не так хороша, как нам хотелось бы, но она быстро развивается. Расскажите нам об укреплениях, постройках на поле боя. В игре средства усиления юнитов представлены системой расходных материалов. Расходники можно прикреплять к юнитам. Они являются дополнением к вашей экипировке, а у каждой фракции свой набор расходников. Барбары, к примеру, берут с собой еду, перекусив, они становятся быстрее, сильнее. Римляне будут строить укрепления на поле боя, у греков есть специальная броня. Расходные материалы можно приобрести как за внутриигровую валюту, так и за реальные деньги. Установить баррикады достаточно просто. Играя за римлян, к примеру, вы нажимаете кнопку, выбираете, где расположить укрепление, юнит отправляется туда и устанавливает баррикаду. Враги могут разрушить его, но на это потребуется время. Некоторые же расходники незаметны, вы можете установить ловушку. И враг, впрочем, как и союзник, наступивший на нее, получит урон. И, наконец, подпишите нам самую интересную на ваш взгляд особенность игры. Больше всего мне нравится то, как реагируют на те или иные действия юниты. Да, это не звучит как какая-то особенность, но все же, это очень отличает игру от традиционной Total War. Управляя 20 юнитами в традиционной игре, вы не управляете каждым из них, этим занимается AI. В арене же каждое действие юнита происходит только по вашей команде, притом бойцы делают это мгновенно. Источник. http://www.games.total.war/arena-interview/s/разработчиком/total-war-arena-articles HTML интервью с разработчиками Total War. Арена 9 ноября 2015 Грузин. Есть вопросы? Звоните +38 097 920 85 23. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации. Украинский независимый блог представляет. Здравствуйте! В эфире канала УНБ 18 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации флеш-игры сегодня не вызывает беспокойства родителей, так ли это? Поехали! Проблема привыкания подрастающего поколения к компьютерным играм с проявлением и внезапной агрессии продолжает оставаться в поле зрения психологов, педагогов и родителей. Не секрет, что определенные игровые приложения вполне способны вызвать зависимость ребенка со всеми вытекающими последствиями. Речь идет, прежде всего, об известных стрелялках и стратегиях, игровые процессы которых сегодня носят групповой характер. В
Сильные малоизвестные шутеры зачастую формируют зону риска для подростка, способного не на шутку увлечься уничтожением монстров и террористов в окружении не менее увлеченных игроков из разных стран. На фоне этаких зомбирующих развлечений играл ход-то котятами или Том и Джерри смотрятся вполне безобидно. Специалисты, изучавшие игровую индустрию с точки зрения возможной опасности для детского эмоционального фона, отметили, что простые флеш-игры не способны вызвать привыкание и негативные эмоции у игроков. Большинство таких приложений носит ярко выраженный позитивный характер, так что если ваш ребенок играет в игры «Дружба – это чудо», то вряд ли такое развлечение причинит вред его психике. В ряду самых популярных флеш-игр сегодня стоят такие вполне лояльные приложения, как «Голодные птицы» или «Ферма». При этом большинство подобных разработок, отличаясь предельно простой графикой, может быть установлено в мобильных телефонах. Стоит вспомнить, что история флеш-игр берет начало с легендарного Тетриса, который в свое время играли миллионы взрослых и детей нашей планеты. И эта замечательная игрушка вызывала исключительно положительные эмоции, включая желание совершенствовать собственную реакцию и сообразительность. Второй по популярности трач в современных флеш-игр, телевизионный фейс-сайт нес в себе исключительно позитивные моменты. Поэтому у истоков таких развлечений стояли пусть примитивные, но вполне лояльные игры, не вызывающие привыкания и изменений в поведении. Сегодня многие сайты, предлагающие бесплатные флеш-игры, наряду со стандартным набором стратегий и аркад успешно продвигают коллекции логических игр и головоломок. Именно на эти игровые приложения, развивающие мышление и сообразительность, следует обращать внимание своего ребенка. В противном случае возникают риски зависимости от конкретной игры, которая обязательно станет помехой в учебе и личностном развитии. Источник http://школа-схизни.ру/article-70082 Флеш-игры сегодня не вызывают беспокойство родителей, так ли это? Техника интернет школа жизни ру Максим Селинский. Есть вопросы? Звоните +38 097 920 85 23. Или заходите на сайт uib.ue. Увидимся в следующей презентации.